Немецкие солдаты рассматривали странную установку, захваченную в боях под Старой Руссой. На первый взгляд, она совершенно не походила на артиллерийскую систему. Тем не менее, это было оружие и оружие нового поколения. Боевая машина с укрепленными на ферме реактивными снарядами. Советский контрудар под Старой Руссой, поддержанный огнем реактивных установок, задержал продвижение немецкой группы армий «Север», рвавшейся к Ленинграду. Красная армия выиграла время, и вскоре стало понятно, что этот выигрыш имел далеко идущие последствия. Справка. Реактивная артиллерийская система залпового огня БМ-13, известная как «Катюша», представляла собой установленную на шасси автомобиля раму с направляющими, на которой и крепились ракеты. Наводка по цели осуществлялась при помощи поворотного и подъемного механизма, а также артиллерийского прицела. К недостаткам БМ-13 можно было отнести большую рассеиваемость снарядов, которая сказывалась на точности попадания. Это, впрочем, с лихвой компенсировалось количеством выпускаемых почти одновременно снарядов. За 10 секунд только одна «Катюша» выпускала 16 снарядов, поэтому батарея БМ накрывала значительную площадь, занимаемую противником. При попадании ракеты в цель взрывчатое вещество в ней подрывалось с обеих сторон. Возникшие детонационные волны встречались, и давление газа резко возрастало. Осколки корпуса приобретали большее ускорение, разогреваясь до 600-800 градусов, и оказывали сильное зажигающее действие. Именно поэтому возникла легенда о якобы термитном заряде в ракетах «Катюш». Захват Ленинграда, важнейшего порта на Балтике, немецким командованием рассматривался как одна из основных целей всей кампании. Действия советских подводных лодок и кораблей могли повлиять на морские поставки шведской руды в Германию. Поэтому нейтрализация Балтийского флота для Гитлера приобретала первостепенное значение. В плане «Барбаросса» прямо указывалось, наступление на Москву можно будет начинать только после захвата Ленинграда и Кронштадта. И эта часть плана изменений не претерпевала. Из журнала боевых действий вермахта за 30 июня 1941 года. Фюрер по-прежнему намерен повернуть крупные силы танковой группировки, действующей на фронте группы армий «Центр», на север, на Ленинград, чтобы быстро овладеть ленинградским промышленным центром. В июле 41-го немецкое наступление на Ленинград было остановлено на так называемом «Лужском рубеже». Система оборонительных сооружений длиной 175 и глубиной 12 километров возводилась руками ленинградцев и резервных частей в течение первого месяца войны. В августе группа армий «Север» дополнительно получила танки из группы армий «Центр» и пикирующие бомбардировщики. Их силами немцам удалось взломать Лужский рубеж и окружить оборонявшие его войска. Командование Ленинградского фронта ввело в бой тяжелые танки КВ, которые производились здесь же, в Ленинграде, на заводе имени Кирова. Танк КВ имел лобовую броню толщиной 75 мм. 37-миллиметровая немецкая противотанковая пушка не оставляла на его броне даже вмятин. За неуязвимость КВ получил прозвище «Геспенст» — «Призрак». Но нехватка топлива, запчастей и неподготовленность экипажей приводили к тому, что многие машины даже при незначительных поломках бросались на дорогах. 19 августа рота танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова заняла оборону в засаде под Красногвардейском, Гатчина. Сам командир выбрал позицию проходящего через топкое место шоссе. Когда на дороге появилась колонна немецких танков, Колобанов подбил две первые и две последние машины. А затем последовательно расстрелял все 22 немецких танка.
концу сражения его рота доложила об уничтожении 43 танков врага. После боя танкисты на своей машине насчитали 156 попаданий немецких снарядов. После первых донесений о танках КВ Гитлер настаивал на захвате города, где находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков. Но все же остановить немецкое наступление на всех направлениях лишь тяжелыми танками было невозможно. Пока один германский корпус наступал на Красногвардейск, другой уже прорвался через Любань и Тосно. 30 августа немцы перерезали железную дорогу и шоссе, связывавшие Ленинград со страной. С севера к городу подошли финские войска. Сухопутная связь города с Большой землей оказалась прервана. В Ленинграде начались проблемы с электроэнергией. 8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру и взяли Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда, которая продлилась 882 дня, 2 года и 5 месяцев. Справка. К сентябрю 1941 года в Ленинграде находилось более 2,5 миллионов жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Город стал пристанищем для более чем 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей. А запасов продовольствия и топлива в нем оставалось только на 30 дней. Над жителями города нависла угроза голодной смерти. Руководство страны, осознавая эту опасность, уже в сентябре 41-го предпринимало попытки разорвать кольцо. Но все они оказались безуспешными. В районе Шлиссельбурга немецкие соединения вышли к Ладожскому озеру. На узком участке шириной 12 километров в основном и делались попытки прорвать ленинградскую блокаду. Шел сентябрь 41-го. Время, потерянное немецкими войсками в боях под Старой Руссой, вернуть было уже невозможно. Танки и авиация требовались под Москвой, где готовилась операция по захвату столицы. Из дневника командующего группой армий «Север» фон Лейба. 11 сентября. Сохраняется чрезвычайно острая нехватка времени, так как главное командование сухопутных войск требует передать ему с 15 сентября 7 подвижных соединений. Танковые части вермахта направились под Москву, но Ленинград по-прежнему оставался в осаде. 11 же сентября генерал армии Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом. Вместе с ним прибыл и его заместитель, генерал-майор Федюнинский. Федюнинский Иван Иванович большую часть своей карьеры провел на Дальнем Востоке. Участвовал в военных действиях на КВЖД. За бои на Халхин-Голе удостоен звания Героя Советского Союза. В начале войны успешно командовал стрелковым корпусом в районе Бреста и Ковеля, где получил тяжелое ранение. Назначение Жукова говорило о том, какое значение советское верховное командование придавало обороне Ленинграда. Его приезд чрезвычайно воодушевил и защитников города. Многие ветераны вспоминают, что в рядах бойцов усилилась уверенность – город будет спасен. Жуков с присущей ему энергией взялся за организацию обороны города, главную ставку делая на артиллерию. На ближних подступах к Ленинграду в его распоряжении имелись корабельные и береговые орудия Балтийского флота. Справка. Корабли Балтийского флота на вооружение имели 153 орудия калибром более 100 мм. Всего же на флоте и в составе береговых батарей насчитывалось более 300 таких пушек. Во время штурма Ленинграда они выпустили по врагу более 25 тысяч снарядов, в том числе 6 тысяч тяжелых калибра от 180 до 406 мм. Огонь флотской артиллерии остановил немецкое наступление в 7 километрах от города. До Зимнего дворца оставалось всего 16 километров. В районе Ораниенбаума по наступающим немецким войскам огонь велся с форта «Красная горка». На случай отступления он уже был подготовлен к взрыву, и артиллеристы не жалели боеприпасов.
Взрывная волна от снарядов буквально опрокидывала немецкие танки. Дальность стрельбы батареи и провела ту черту, которую гитлеровцы так и не смогли преодолеть. Наступавшие войска генерала Кюхлера были остановлены. Георг фон Кюхлер. В 1941 году генерал-полковнику исполнилось 60 лет. Окончив военную академию еще до Первой мировой войны, служил в артиллерийских частях и штабах. Под Ленинградом командовал 18-й армией, а затем и всей группой армий «Север». Нюрнбергским трибуналом приговорен к 25 годам тюремного заключения. Через 7 лет вышел на свободу. Немецкое командование против Балтийского флота бросило пикирующие бомбардировщики. В небе Кронштадта появились немецкие самолеты. Один из них пилотировал Ганс Ульрих Рудель, в будущем самый известный ас Люфтваффе. Уже в первой атаке немецкие летчики сбросили несколько бомб на советский линкор «Марат». Две 500-килограммовые бомбы вызвали детонацию снарядов орудийной башни. Взлетевшая от взрыва башня затем упала в пролом палубы. После нескольких атак подтопленный линкор лег на грунт. Ко дну пошли еще два корабля, и защитники города сразу потеряли 35 мощных орудий. В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Как только умолкали радиопередачи, начинал звучать метроном. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный – отбой. Ритмичные звуки метронома, под которые протекала жизнь ленинградцев, стали одним из символов блокады. Эффективность немецких бомбардировок самого Ленинграда оказалась невысокой. Плотность советской зенитной артиллерии в городе в 8 раз превышала берлинскую или лондонскую. Гораздо большую опасность представляли снаряды сверхмощных немецких пушек. На стенах ленинградских домов появились надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Немцы не обстреливали высотные здания и шпили северной столицы, поскольку те служили им хорошими ориентирами для артиллерии. Вся ее мощь обрушивалась на мосты, жилые районы и предприятия города. В небе над городом постоянно висели вражеские самолеты, корректирующие огонь орудий. Ценные монументы приходилось укрывать мешками с песком и фанерными щитами. Но в пригородах Ленинграда многие исторические памятники оказались разбитыми и утраченными навсегда. Были разграблены и разрушены Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Большой дворец в Петергофе. Вывезенная немцами знаменитая своей уникальностью янтарная комната до сих пор остается ненайденной. 8 сентября 1941 года объектом немецкой бомбардировки стали Бадаевские склады, деревянные хранилища продовольствия в Ленинграде. Зарево пожара было видно даже с окраин города. Из уст в уста ленинградцы передавали страшную новость о сгоревших запасах сахара и муки. Но ситуация была гораздо хуже, чем они даже могли себе представить. Сгоревших продуктов в лучшем случае хватило бы на неделю, а городу требовалось 1000 тонн продовольствия в день. Самолетами в город доставлялось не более 200 тонн грузов в сутки, всего 20% от необходимого объема. От большой земли Ленинград отделяло не более 50 километров водной глади Ладожского озера. Однако наладить по нему снабжение города было не так просто. Озеро это издавна славилось штормами и так называемой толчеей волн, особо опасной для мелких судов. По этой причине еще при Петре Великом между Волховом и Невой прорыли канал, и напрямую через озеро суда почти не ходили. Прорыв немцев к южному берегу Ладожского озера прервал перевозки и по железной дороге, и по каналу. Защитникам города нужно было заново строить причал на западном берегу озера. Первые баржи выгружались прямо на необорудованный берег уже через неделю после начала блокады.
Так родилась трасса, получившая название «Дорога жизни». В течение первого месяца в город удалось доставить 10 тысяч тонн продовольствия, которого не хватило и на 10 дней. В июле с введением карточной системы рабочие в Ленинграде получали по 800 граммов хлеба в день, а иждивенцы – 400 граммов. Но к началу октября нормы были снижены в два раза. Ладно, вставай, пойдем. А в конце ноября город подошел к порогу гибели. Выдача хлеба уменьшилась до 250 граммов рабочим и 125 граммов остальному населению. Качество хлеба упало. В него домешивали горелую муку с бадаевских складов, иногда различные примеси, в том числе и пищевую целлюлозу от переработки древесины на фабрике «Газзнака», где до войны печатали деньги. Столь острая ситуация с продовольствием в Ленинграде продлилась месяц-полтора и в дальнейшем улучшилась. Но первые больные истощением люди появились в больницах в начале ноября 41-го, и к концу месяца в Ленинграде от голода умерло свыше 11 тысяч человек. Морозная зима 41-42 годов вселяла надежду: станет лед, и ситуация со снабжением улучшится. Однако снова сказался коварный характер Ладожского озера. Оно никогда не замерзало полностью. Открытая вода ломала лед, он трескался. Неустойчивость льда и полыньи заставили отказаться от устройства ледовой дороги по кратчайшему расстоянию между восточным и западным берегом. К тому же немецкая артиллерия располагалась слишком близко к берегу. 20 ноября, когда толщина льда достигла 180 миллиметров, на лед вышли конные обозы. Через два дня машины. Двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка. Но даже при такой осторожности несколько машин затонуло. Водители стояли на подножке, готовые спрыгнуть, если машина пойдет под лед. Иногда грузовикам прикрепляли сани, чтобы взять больше груза. По обратному маршруту из города вывозили жителей. Общая протяженность дороги жизни составляла около 30 километров. На льду оборудовали пункты питания, технической помощи, заправки и медпункты. В зависимости от погодных и военных условий маршрут менялся. Для охраны трассы были созданы две оборонительные полосы в 8-12 километрах от берега, занятого противником. Прямо на льду, в снежно-ледяных окопах, установили пулеметные точки. Защищали дорогу жизни зенитки и истребительная авиация. Но непрекращающиеся немецкие бомбардировки и артиллерийские обстрелы дороги достигали цели. За первую неделю перевозок было потеряно 52 машины. Несмотря на все усилия по снабжению города и эвакуацию, в декабре 41-го в Ленинграде от голода и холода умерло 53 тысячи человек. Скоропостижная смерть прохожих стала обычной. Люди шли, падали и умирали. В декабре похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около сотни трупов. Из дневника жительницы Ленинграда Елены Александровны Скрябиной. Теперь умирают так просто. Сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на них никакого внимания. Многие водители Ладожской трассы делали по два рейса в сутки. Один ночью, один днем. Начальник ледовой дороги Нефедов писал: «Ночью надо ездить по озеру со светом. Это дешевле стоит, меньше бьем машин, чем потеряем их от вражеской авиации».
Иной раз грузовики уходили под лед так быстро, что под водой со дна еще долго светили фары. За первый месяц работы трассы утонуло и застряло в полыньях почти 300 машин. Но цель была достигнута. Среднесуточный объем перевозок превысил минимальную суточную потребность города. Более 500 000 человек зимой 1941-1942 года вывезли в эвакуацию. Почему же город не сдался? Могла ли капитуляция сохранить жизни мирного населения? Ответ на этот вопрос ясно читается в директиве Гитлера номер 1601 от 22 сентября 1941 года. После поражения Советской России дальнейшее существование этого населенного пункта не представляет никакого интереса. Предполагается окружить город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Спасти город и жителей можно было лишь прорвав блокаду. Ленинград был не просто большим городом. Здесь находились крупнейшие промышленные предприятия и база Балтийского флота. Его потеря привела бы и к утрате порта Мурманск, через который в СССР поступали грузы и военная техника из США и Великобритании. И, конечно, Ленинград оставался крупнейшим культурным и духовным центром страны, за судьбой которого следил весь народ, помогая и поддерживая его всеми силами. Борьба за Ленинград стала одним из крупнейших событий всей Великой Отечественной войны. Советское командование приняло решение разорвать кольцо окружения на самом узком участке – Шлиссельбургско-Синявинском выступе. Небольшой участок шириной в 10 километров между войсками двух фронтов – Ленинградского и Волховского – заняли гитлеровцы. Используя условия местности, они возвели здесь три мощных оборонительных рубежа. Дождливой ночью на 20 сентября у московской Дубровки небольшой отряд капитана Василия Дубика на рыбачьих лодках и самодельных плотах пересек реку. Десантники бесшумно взобрались по обрыву и ворвались в немецкие траншеи. Немцы совершенно не ожидали атаки, и советские солдаты быстро овладели небольшим участком Невского берега. Вскоре туда переправились другие части и бригада морской пехоты. Этот клочок земли, прозванный бойцами «Невский пятачок», стал одной из легенд битвы за Ленинград. Для ликвидации плацдарма немцы направили два полка воздушно-десантной дивизии, переброшенные с острова Крит, которые сразу же втянулись в жестокие бои. «Лучше трижды прыгнуть с парашютом на остров Крит, чем провести один бой на земле в России», — говорили немецкие десантники. Захватить плацдарм им не удалось, но его размеры вскоре сократились до 2 километра по фронту и 500 метров в глубину. В октябре Невский пятачок оставался едва ли не последней надеждой на соединение с Большой землей. Немцы стояли у Москвы. Резервов для прорыва блокады не было. Жестокие бои на Невском пятачке не прекращались ни днем, ни ночью. Все реже удавалось переправлять на него дополнительные войска. Плацдарм простреливался немцами насквозь, и советским солдатам приходилось буквально вгрызаться в землю. Следующую попытку прорвать блокаду немцы предприняли в ноябре. В это время в городе норма выдачи хлеба снизилась до 125 граммов. Недоедали и солдаты. Один из командиров решил выяснить, какое расстояние без остановки могут пройти его бойцы. Получилось, что у большинства силы заканчивались уже через 400 метров. 8 ноября 1941 года, выступая в Мюнхене, Гитлер заявил: «Ленинграду рассчитывать не на что.
Он падет рано или поздно. Кольцо блокады не разорвать никому. Ленинграду суждено погибнуть от голода. В начале ноября с помощью переправленных на Невский пятачок советских танков удалось захватить немецкие траншеи. В ответ немцы перебросили к Московской Дубровке пехотную дивизию. В ноябрьских сражениях, которые стали самыми кровопролитными в истории Невского пятачка, советские войска потеряли более 5000 человек. Лишь к концу года интенсивность боевых действий за плацдарм несколько спала. А в самом Ленинграде в январе 42 года умирало до 4000 человек ежедневно. В отдельные дни до 7000. Самым страшным за всю блокаду стал январь, так как в первую половину месяца все неработающее население города вообще не получало продуктов по карточкам. Выработка электроэнергии сократилась до 4% от довоенного уровня. Сильные морозы, доходящие до 30 градусов, сковали водопровод. Отопление не работало. На дрова шли мебель, заборы, доски и все, что могло гореть. Из дневника Елены Александровны Скрябиной. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать. Невероятно, но в этих условиях город продолжал работать. Кировский завод, находясь всего в 4 километрах от фронта, ни на день не прекращал выпуск и ремонт танков. Случалось, что полусобранные КВ вели огонь по противнику прямо из заводских цехов через проделанные в стенах амбразуры. В Ленинградском институте растениеводства находилась уникальная коллекция образцов зерновых и других сельскохозяйственных культур. 28 сотрудников института умерли во время блокады от голода. Но селекционный фонд, содержавший несколько тонн зерна, риса и картофеля, остался целым. Лишь во второй половине февраля положение в городе начало меняться в лучшую сторону. Были введены новые нормы снабжения. 500 граммов хлеба для рабочих, 400 для служащих, 300 для детей и неработающих. Из хлеба почти исчезли примеси. Снабжение стало регулярным, и по карточкам можно было получить продукты вовремя и почти полностью. 16 февраля впервые жителям выдали мясо, мороженую говядину и баранину. В продовольственной ситуации Ленинграда наметился перелом. Попытки прорвать кольцо блокады осенью 41-го были организованы плохо, так как все силы советское командование бросило на оборону Москвы.
Но когда в январе 42 года врага погнали от столицы, настало время для проведения крупной операции под Ленинградом. Советским войскам предстояло нанести удар во фланг и тыл группы армий «Север» с берега реки Волхов. Топкая и труднопроходимая местность не позволяла использовать значительное количество танков. Атаки бронетехники были возможны только вдоль дорог или железнодорожных насыпей, поэтому исход сражений полностью зависел от действий артиллерии и пехоты. Генерал Федюнинский возглавил армию, которой в районе Бутылочного горла надлежало прорваться в осажденный город. Высокую железнодорожную насыпь у деревни Погостье немцы превратили в подобие крепостной стены с укрепленными огневыми точками. Немецкие солдаты, во время артобстрела прятавшиеся в укрытиях, по окончании огня успевали вновь занять свои огневые позиции, и запоздалые атаки советской пехоты наталкивались на град пуль. Потери были огромны. Продвижение вперед минимально. 7 января 2-я ударная армия генерала Клыкова ударила по немецкой обороне в районе Любани, южнее укрепленного Бутылочного горла. Однако уже первые часы обнаружили просчеты в проведении советской операции. Сказалась спешка, обусловленная желанием Ставки как можно скорее прорвать блокаду Ленинграда и принести городу освобождение. Командир дивизии генерал Антюфеев. Наши части, преодолев реку и поднявшись на левый берег, попали под сильный пулеметный и минометный огонь противника. Артиллерия не только не могла подавить вражеские огневые средства, но даже не успела как следует произвести пристрелку. К тому же, имела всего четверть комплекта боеприпасов. Войска пришлось отвести на исходные позиции. Через несколько дней наступление возобновилось, и советским частям удалось продвинуться по лесам и болотам на 30 километров. До соединения с защитниками Ленинграда оставалось пройти еще столько же. Над немецкими войсками нависла угроза окружения. Казалось, что немецкое командование примет наиболее правильное решение – отдаст войскам приказ отходить. Но Гитлер запретил отступление. Командующий группой армий «Север» фон Лейб подал в отставку, и дела принял Кюхлер. Он предложил бросить все силы на удержание шоссейных и железных дорог. Это решение и оказалось для немцев спасительным. Контролируя дороги, немецкому командованию удалось осуществлять снабжение своих войск и быстро перебрасывать резервы на трудные участки. А прорвавшиеся вперед советские войска 2-й ударной армии обеспечивались по единственной дороге, проложенной в 5-километровом коридоре между селами Заможье и Спасская Полисть. В войсках не хватало боеприпасов, продовольствия, горючего. Уже в феврале советское наступление остановилось, но армия продолжала держаться на захваченных рубежах. Обороняться среди болот было чрезвычайно трудно. Окопы заполняли грунтовые воды, приходилось строить настилы, прокладывать гати. Вскоре в войсках начался голод. В марте Гитлер потребовал от Кюхлера окружить советские войска, вклинившиеся в немецкую оборону. Операция получила кодовое название «Дикий зверь». 5 немецких дивизий с двух сторон атаковали основание прорыва, и 2-я ударная оказалась отрезанной от своих тылов. Между окруженными частями и линией фронта оставался узкий коридор шириной в 1,5-2 километра. Он полностью простреливался противником, поэтому передвигаться по нему приходилось только ночью. Немцам оставалось лишь уничтожить практически окруженные советские части. Но первый удар пришелся по Невскому пятачку. В апреле здесь оставалось около 1000 советских солдат. Когда на Неве начался ледоход, немцы, зная, что советское командование не сможет помочь своим войскам, обрушили на плацдарм огонь артиллерии. Последнее, что видели с правого берега Невы, это кусок маскировочного халата с написанным словом «Помогите». Невский пятачок был ликвидирован. В этой ситуации командующим окруженной 2-й ударной армии был назначен генерал Власов. В начале мая командование приняло решение о выводе войск из окружения.
Буквально за день до начала операции по отводу армии Власова немцы нанесли удар по второй ударной армии и вскоре полностью ее окружили. Ценой огромных усилий фронт удалось прорвать, но через участок в 1,5 километра успели выйти лишь небольшие подразделения. Спустя 4 дня район, занимаемый армией, сузился и уже простреливался немцами на всю глубину. Командир батареи 305-й дивизии Добров. Площадь 2 на 2 километра наспось простреливалась. Всюду лежали убитые и раненые. Кто бредил, кто просил пить, кто просил перевязать, а кто требовал пристрелить, потому что сам это сделать уже не мог. Немцы не атаковали. Обложили нас, как зверя в берлоге, бомбили и обстреливали. Последняя попытка прорыва проходила ночью под перекрестным огнем пулеметов и пушек немцев. К утру коридор окончательно заблокировали. К концу июня количество вырвавшихся из котла достигло 10 тысяч человек. Немцы объявили о захвате 30 тысяч пленных. Спустя 2 недели после ликвидации котла в деревне Туховежи командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Власов был взят в плен. Буквально в считанные дни генерал Власов на сотрудничество с Третьим рейхом согласился. Вскоре Власов занялся пропагандистской работой. Ему принадлежат обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, открытое письмо генерала Власова «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом» и другие. Текст обращения фактически является декларацией о создании РОА – Русской освободительной армии. Вскоре Власов перешел и к формированию воинских частей из военнопленных и русских эмигрантов. Существование и деятельность армии Власова привели к тому, что всех советских граждан, служивших немцам, стали называть власовцами. Однако власовцев не следует путать с так называемыми хиви – безоружными военнопленными, занятыми на хозяйственных работах. Другие боевые части в составе германских войск, состоявшие из бывших граждан СССР, формировались из различных групп националистов и также не являлись частью РОА. В 1945 году в Чехословакии личный состав армии Власова был взят в плен. Всех признали виновными в государственной измене, лишили воинских званий и приговорили к высшей мере наказания. Прорвать ленинградскую блокаду весной 42-го так и не удалось. На Ладожском озере начал таять лед. Отлаженная за зиму дорога жизни покрылась водой. 20 апреля под лед ушло около 80 машин, и с трассы сняли все автомашины ЗИС-5. Начало летней водной навигации ждали с тревогой. Портам на берегах озера и кораблям угрожали немецкие удары, как с воздуха, так и с воды. Суровая зима и ледоход задержали навигацию. Первый корабль смог пройти по озеру только 22 мая. Противовоздушная оборона Ладоги оказалась достаточно эффективной. Потери грузов от ударов с воздуха составили менее 1% от всего объема перевозок. Вскоре на Ладожское озеро немецкое командование доставило итальянские торпедные катера «МАЗ» и вооруженные паромы «Зибель», предназначавшиеся для высадки в Англии. Но, вопреки ожиданиям, их действия успеха не имели. Мелкосидящие советские буксиры и баржи оказались трудной целью для итальянских торпед, которые проходили у них под днищем. А специальная авиационная группа Ставки Верховного командования обрушила на базы немецких катеров и паромов град-бомб. Немецкая операция полностью провалилась. Флотилию паромов пришлось расформировать. Прорыв блокады оставался для Ленинграда вопросом жизни и смерти. Дорога жизни, работая с максимальной нагрузкой, обеспечивала лишь самые необходимые потребности города и фронта в продовольствии, боеприпасах и горючем. В ноябре 42-го командование фронтов при участии Жукова и Ворошилова как представителей Ставки приняло решение о проведении операции «Искра». Коридор к городу решили пробивать по кратчайшему расстоянию через бутылочное горло. Войска Волховского фронта наносили удар извне, а силы Ленинградского фронта изнутри города.
Наступление обоих советских фронтов началось с артиллерийской подготовки утром 12 января. С последними залпами вся Нева от Московской Дубровки до Шлиссельбурга заполнилась атакующими войсками. Но форсирование Невы у Шлиссельбурга закончилось неудачей. Сорвалась атака у Невского пятачка, укрепленного немцами. Танки, медленно продвигавшиеся среди торфяных карьеров и воронок, становились мишенью для немецкой противотанковой артиллерии. Однако ставка на двойной удар оправдалась. Через два дня после начала наступления войска двух фронтов разделяла полоса всего в 2 километра. Они и оказались самыми трудными. Танки не могли поддержать войска. Часть была подбита, другая попросту застряла. Теперь все зависело от действий полков, рот и даже взводов пехотинцев. Командующий генерал Федюнинский ездил на передовую и торопил, требовал быстрее идти вперед, успеть до прибытия немецких резервов. По его приказу были выделены специальные отряды, отдыхавшие днем и продолжавшие бой ночью, не давая покоя противнику. Немцы придерживались тактики удержания дорог. Неприметные до войны рабочие поселки номер 1 и номер 5, через которые проходила единственная дорога от Ладоги до станции МГА, враг превратил в настоящие крепости. Захват дороги означал бы развал всей немецкой обороны в бутылочном горле. Кюхлер встал перед трудным выбором – надеяться на подход резервов или отходить из бутылочного горла. Кюхлер отдал приказ держаться. Войска Волховского фронта подошли к рабочим поселкам с востока. Взять крепости сходу не удалось. Атакующих встретил шквальный огонь. Но тактика двойного удара сработала. Когда с запада к поселкам подошли части Ленинградского фронта, немецкая оборона не выдержала. Кюхлер впервые столкнулся с последствиями своей недооценки противника. Немецкие части под Шлиссельбургом, которые еще вчера можно было спокойно отвести к Синявино, оказались окружены и взяты в плен. Около полуночи 18 января 1943 года по радио прозвучал голос Левитана. После 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. По изрытой воронками земле бутылочного горла менее чем за 3 недели была проложена железная дорога, названная Шлиссельбургской трассой. Она проходила всего в 5 километрах от линии фронта и находилась под постоянным обстрелом немецкой артиллерии. О полном снятии блокады говорить было рано, но в Ленинград, наконец, поступали продукты и топливо. Отбросить немцев дальше не удавалось. Подошедшие резервы группы армий «Север» успели занять и укрепить синявинские высоты. Справка. Традиционно немецкая оборона строилась вокруг пулемета МГ-34 или МГ-42. Часть солдат фактически обслуживала и охраняла его отделение. К осени 43-го года советские войска разработали и успешно применяли тактику ведения боевых действий против них. Стрелковые части во взаимодействии с артиллерией и минометами уничтожали вражеский пулемет уже в первые минуты боя. Немецкие солдаты с винтовками мало что могли противопоставить шквалу огня советских пистолетов-пулеметов ППШ и ручных пулеметов красноармейцев. Применение нового огнестрельного оружия радикально изменило ситуацию. Даже потеряв пулемет, отделение немецкой пехоты с МП-43 сохраняло достаточную огневую мощь для отражения атаки. Каждый солдат отделения мог стрелять очередями с хорошей точностью. Новое оружие назвали «Штурмгевер» — штурмовая винтовка. Советским войскам предстояло штурмовать хорошо вооруженные немецкие позиции. В 1944 году советское командование планировало полностью снять блокаду Ленинграда. Преодолеть немецкую оборону у синявинских высот не удавалось, и стратегию изменили. В качестве стартовой позиции нового наступления выбрали клочок суши под Ораниенбаумом на берегу Финского залива, который так и не смогли захватить войска Кюхлера. По плану с плацдарма наносился удар во фланг и тыл осаждавших Ленинград немецких войск.
генерал Федюнинский возглавил вторую ударную армию, которая скрытно переправлялась к Ораниенбауму. План обладал неоспоримым преимуществом. Действия войск поддерживала мощная корабельная и береговая артиллерия Балтийского флота. Для операции выделили сотню орудий калибром более 100 мм. К ним присоединились три башни с орудиями полузатопленного линкора «Марат» и батареи форта «Красная горка». Советская операция началась 14 января 1944 года. О начале наступления не сообщалось ни в газетах, ни по радио. Но слышавшие канонаду ленинградцы понимали, что начался отсчет последних дней блокады. В успехе наступления уже никто не сомневался. От грохота орудий буквально дрожала земля. Неожиданно мощный удар с плацдарма привел к быстрому развалу всей немецкой обороны. Через неделю после начала операции советские войска, захватив огромные трофеи, соединились в районе Ропши. Отход частей Кюхлера превратился в бегство. Фронт откатывался от Ленинграда. Канонада становилась все тише, а через несколько дней в городе наступила долгожданная тишина. Справка. За период блокады в Ленинграде, по официальным данным, умерло около 642 тысяч человек. По другим оценкам, более 850 тысяч. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Из Ленинграда с начала войны эвакуировано около 1 800 000 человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей. В 5 раз меньше, чем в начале войны. Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной самого крупного города в истории Второй мировой войны. Группа армий «Север» 2,5 года оказалась скованной тяжелыми боями в лесах и болотах. Составляя почти пятую часть немецких сил на Восточном фронте, она оставалась самой пассивной. Поддерживая блокаду Ленинграда, немецкое командование не могло использовать эти войска ни под Москвой, ни под Сталинградом, ни под Курском. А далеко на юге, на открытых пространствах от Харькова до Волги, Красная армия постигала еще одну трудную науку войны – тактику маневренных операций танковых соединений. В 1942 году миру предстояло впервые услышать и запомнить название советского города «Сталинград». Советские войска отходили по мостам через Волгу.
Вдруг раздался ужасающий грохот, который был слышен за много километров от города. Черный гриб от взрыва складов и вагонов с боеприпасами высоко поднялся в серое октябрьское небо. Войска, для которых предназначали эти снаряды, мины и патроны, либо сражались в окружении под Вязьмой, либо отступали вглубь страны. На дорогах царил хаос, фронт рухнул. Шел октябрь 1941 года. Немецкая операция «Тайфун» по захвату Москвы пока развивалась по плану. Уже через несколько часов после взрыва боеприпасов на Ржевском железнодорожном узле в город вошла вражеская пехота. Позднее было проведено расследование относительно уничтожения боеприпасов в Ржеве. Оно показало, что советское командование действовало правильно. Вывести мины и снаряды не представлялось возможным, поскольку все пути разрушила немецкая авиация. Эшелоны с боеприпасами оказались в Ржеве не случайно. Город являлся важным узлом дорог, и это определило его значимость для обеих сторон. Сражающиеся армии потребляют целыми эшелонами снаряды, мины, патроны, горючее и продовольствие. Поэтому борьба за крупные магистрали становилась особенно ожесточенной. Каждая сторона стремилась защитить свои линии снабжения и блокировать перевозки противника. Через Ржев проходила железная дорога, идущая из Москвы на Великие Луки. Пока немцы удерживали Ржев, Красная армия не могла использовать эту трассу для снабжения своих войск, которые угрожали тылу группы армий «Центр» в Смоленске. Если бы удалось выбить немцев из Ржева, то появилась бы возможность атаковать фланг и тыл немцев на московском направлении. В свою очередь, части вермахта в Ржеве снабжались по железнодорожной ветке, идущей от Вязьмы через Сычевку. Захват Сычевки неизбежно привел бы к кризису снабжения и потере немцами Ржева. Через несколько дней после взрыва складов отступившие от Ржева соединения Красной армии составили Калининский фронт. Его командующим стал генерал-полковник Конев. Конев Иван Степанович, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Войну начал командующим 19-й армии, участник Смоленского сражения, за успехи в котором назначен командующим Западным фронтом. В результате операции «Тайфун» вверенные ему войска попали в окружение. Причины случившейся неудачи разбирались комиссией Комитета обороны во главе с Молотовым и Ворошиловым. Всего за несколько недель до этого по итогам подобного разбирательства был расстрелян командующий Западным фронтом генерал Павлов. Конева спас Жуков, прибывший из-под Ленинграда. Неудача могла постигнуть и гения, но разбрасываться толковыми командующими, когда враг у стен столицы, попросту неразумно. Конев стал заместителем Жукова, а вскоре возглавил Калининский фронт. Зима 1941 года. Советские войска под Москвой перешли в контрнаступление, и немецкая 9-я армия отходила от Калинина к Ржеву. Гитлер отстранил фон Бока от командования группой армий «Центр». У него оставалось всего несколько часов, чтобы передать дела своему преемнику фон Клюге. Из дневника фон Бока. Я указал Клюге на тот факт, что концентрация противника на фронте 9-й армии может вылиться в крупное наступление русских против северного фланга группы армий. Клюге хорошо запомнил этот урок. Ханс Гюнтер фон Клюге. Генерал-фельдмаршал, ветеран Первой мировой. В 1939-м уже командовал армией. После провала заговора против Гитлера покончил с собой. По окончании войны гроб с его телом выкраден из семейного склепа. Местонахождение тела до сих пор неизвестно. Прогноз фон Бока оказался точным. Конев получил директиву Ставки. Перехватив железную и шоссейную дороги Гжатск-Смоленск западнее Вязьмы, лишить противника основных коммуникаций.
Навстречу Калининскому фронту наступал Западный фронт Жукова. Если бы войска обоих фронтов справились со своими задачами, то группа армий «Центр» оказалась бы в гигантском котле. Перехват дорог возлагался на 39-ю армию со средней численностью дивизии 9500 человек. Ржев считался целью вспомогательной. Его штурмовала 29-я армия со средней численностью дивизии 5500 человек. Вместо штатных – 11 тысяч. Операция началась удачно. 39-я армия прорвала на узком фронте немецкую оборону западнее Ржева и устремилась к главной магистрали, питающей группу армий «Центр». Вслед за ней в пробитую брешь вошла 29-я армия, нанося удар по Ржеву с тыла. Казалось, что немецкий фронт рухнет с часу на час. Военный врач Генрих Хаапе, 6-я пехотная дивизия немцев. Мы получили пополнение из строительных и железнодорожных рот полковых тылов. Все остатки и огрызки были посланы сюда. Многие совершенно не владели оружием. Пушечное мясо было брошено в бой. В то время как мы, выстрелив, меняли позицию, вновь прибывшие стреляли из одной точки. Очередь из русского автомата, и они погибали. Перекличка показала, что из 130 человек, прибывших к нам 12 часами ранее, 104 были потеряны. Наступление Калининского фронта привело к окружению в районе Оленина 23-го корпуса немцев. Но идущие навстречу войска Западного фронта увязли в боях в районе Юхнова. Прорваться в район Вязьмы удалось только кавалерийскому корпусу Белова. Справка. Большие потери танков в первые дни войны привели к тому, что в конце 1941 года в Красной армии не было крупных танковых соединений. Для развития наступления использовалась конница. Кавалерийские корпуса вводились в пробитые бреши в обороне и действовали на коммуникациях противника. В своем составе они имели танковую бригаду, полевые противотанковые и зенитные орудия, минометы. Кавалеристы стали мобильными пехотинцами. Лошадей использовали лишь как средство передвижения. Бои в конном строю случались крайне редко. Обычно конники спешивались, коноводы забирали коней, и бойцы воевали как пехота. К концу войны создавались конно-механизированные группы в составе конницы, танкового, самоходного полков, полков «Катюш» и других частей. Такие группы сочетали в себе мощь и мобильность. 16 января место командующего немецкой 9-й армии Штрауса занял генерал танковых войск Вальтер Модель. За день до этого Гитлер отдал приказ на отход всей группы армий «Центр». Войска отводились на так называемую позицию Кёнигсберг, севернее Ржева, восточнее Зубцова, Гжатска и Юхнова. Этот отход позволил фон Клюге высвободить несколько дивизий, которые отправились в 9-ю армию. Они позволили немцам нанести контрудар и восстановить связь с окруженным в районе Оленина корпусом. Одновременно немцы захватили линии снабжения 39-й и 29-й армии Калининского фронта. От катастрофы войска Конева спасло успешное наступление Северо-Западного фронта на Велиш, Великие Луки и Холм. В результате этого наступления линия фронта изогнулась и образовала западный фас Ржевского выступа. В нем еще оставался коридор между Белым и Нелидово, благодаря которому 29-я и 39-я армии сохранили связь с главными силами фронта. Конев почувствовал надвигающуюся опасность и заранее приказал 30-й армии перемещаться под Ржев, чтобы пробить коридор к 29-й и 39-й армии. А Модель уже получил от фон Клюге резервы. Изрядно потрепанные, но сохранившие боеспособность танковые моторизованные дивизии, в том числе эсэсовская «Дас Райх», позволили Моделю не только отразить все атаки Конева, но и окружить 29-ю армию в Манчаловских лесах. Яростными ударами Конев старался вызволить своих из котла. Модель выставил заслон из фанатичных эсэсовцев «Дас Райх» и постоянно его усиливал. Здесь проявился характер Моделя как полководца. Он распределял поступающие части по полкам и батальонам и закрывал ими дыры на разных направлениях. Малочисленная 30-я армия мало что могла сделать для прорыва этого заслона.
Тогда Конев принял необычное решение. 17 февраля в окружении высадился небольшой воздушный десант. Десантники стали поводырями прорыва на юг. До 28 февраля к своим пробились 5200 человек. Потери 29-й армии составили около 14 тысяч человек. Перехватить шоссе Смоленск-Вязьма и тем самым разгромить или заставить отступить группу армий «Центр» зимой 41-42 годов не удалось ни Жукову, ни Коневу. Потери войск Калининского фронта с января по апрель 1942 года составили 341 тысячу человек, включая 123 тысячи убитых и пропавших без вести. Западный фронт за тот же период потерял 105 тысяч человек, включая 30 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Группа армий «Центр» потеряла около 300 тысяч убитыми и ранеными. Лето 42 года. Солнце ярко освещало лес. Тишину нарушало лишь стрекотание легкого самолета и редкие выстрелы. Фон Клюге использовал связной шторх не только для полетов в войска, но и для охоты. Особенно он любил охотиться на лисиц. Опасная забава. Недавно во время полета над лесом выстрелом с земли получил ранение модель. В лесах находились партизаны и красноармейцы. После зимнего наступления в тылу группы армий «Центр» образовалось несколько групп советских войск, имевших слабую связь с основными силами Калининского и Западного фронтов. В районе Вязьмы находились кавалеристы Белова и несколько дивизий 33-й армии генерала Ефремова. Наибольшую опасность для немцев представлял выступ в районе Холм-Жирковского, который удерживали 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус. Снабжение их осуществлялось по узкому коридору. Командир огневого взвода Михаил Лукинов. Пехоты было мало, и состояние ее оставляло желать лучшего. Лошади все погибли. Да что лошади? Люди пухли от голода. Больных отправляли из мешка пешком в госпитале на большую землю. И им даже завидовали. Оставить завоеванную кровью территорию ставка не решалась. К июлю 1942 года немцы спланировали операцию «Зейдлиц», чтобы покончить с этой группой. Наступление началось утром 2 июля. Через три дня две танковые дивизии немцев встретились в районе деревни Пушкари на шоссе Белой-Оленина. В окружении попали все части и соединения 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, а также часть сил 41-й и 22-й армии. Попытки прорыва продолжались в течение нескольких дней. Офицер связи 17-й гвардейской стрелковой дивизии Поляков. В штабе царила атмосфера спокойной обреченности. Чувствовалось, что люди сделали все возможное и теперь по привычке долго дотягивают свою ношу до исчерпания последних сил. Командующий 39-й армией генерал Масленников на самолете вылетел в Москву. Вывезли и его раненого заместителя генерала Богданова, который умер уже в госпитале. К своим прорвались около 18 тысяч человек. Общие потери окруженных частей составили 60 722 человека. Итогом операции «Зейдлиц» стало окончательное формирование Ржевского выступа. Его центром стали две железнодорожные магистрали. Одна шла от Москвы через Ржев на Великие Луки, а вторая – из Торжка через Ржев и Сычевку на Вязьму. Этот немецкий плацдарм стал главным препятствием на пути к полному разгрому группы армий «Центр». Лишь его захват позволил бы снабжать по железной дороге клещи, нацеленные в тыл немецким войскам. Немцы это понимали и держались за Ржев изо всех сил. Кроме того, Ржевский выступ являлся ближайшим к Москве немецким плацдармом. От советской столицы его отделяли всего 150 километров.
Сокрушить выступ и отбросить противника дальше от Москвы требовалось любой ценой. Июль 1942 года. Оправившись от зимнего поражения, вермахт начал наступление на юге с целью захватить кавказскую нефть. Красная армия отступала к Сталинграду и Ростову. Только что вышел знаменитый приказ 227 «Ни шагу назад», особенно актуальный на сталинградском направлении. А в центре Советско-германского фронта артиллеристы привычно выполняли свою работу. Заряжание, выстрел, корректировка прицела и снова выстрел. У вас следующая цель. Казалось, что это обычная перестрелка. Немецкие солдаты привычно прятались в траншею, заслышав вой падающих снарядов. Но они даже не подозревали, что происходит по другую сторону фронта. Рядом с гаубицей стояла замаскированная громадина тяжелого орудия. На позиции прибыли орудия Б-4, еще в финскую войну прозванные «сталинской кувалдой». Б-4 – советская гаубица большой мощности, калибра 203,4 мм. Благодаря переменным зарядам и углу возвышения 60 градусов обеспечивалось выбирание оптимальной траектории для поражения различных целей. Эти орудия использовались при прорыве укрепленных полос, штурме крепостей и в уличных боях. Состояли только в артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Разрывы 100-килограммовых снарядов Б-4 сразу привлекли бы внимание немцев. Чтобы не раскрывать появление тяжелых орудий, советские артиллеристы пристреливались легкой гаубицей. Потом результаты стрельбы пересчитывали по таблицам на сталинскую кувалду. Здесь же в лесах маскировались новые «катюши». На Западном фронте должен был состояться дебют новых установок М-30 с мощной 300-миллиметровой боевой частью большой разрушительной силы. Пусковой станок М-30 при стрельбе устанавливали непосредственно на грунт. На нем помещали 4 снаряда. Внутри ящика имелись направляющие полосы, по которым при выстреле скользил снаряд. Использовался и двухрядный способ заряжания, что позволяло с каждого станка пускать 8 снарядов. Дальность стрельбы – 2800 метров. Мощный реактивный снаряд установки получил у бойцов кличку «Иван Долбай». Впоследствии разработан снаряд М-31 с дальностью 4325 метров, а к нему установка на автомобильном шасси, называемая в войсках «Андрюша». Фронт жил размеренной и даже спокойной жизнью. Начальник штаба 20-й армии Леонид Сандалов. При ясной погоде можно было наблюдать смену немецких солдат на постах, дым, идущий из блиндажей, переливание через бруствер ведрами накопившейся в окопах воды. Вечером доносились звуки губной гармошки, а ночью нейтральная полоса освещалась изредка выпускавшимися ракетами. Вся эта фронтовая рутина тщательно изучалась в бинокль старшими офицерами Красной армии, переодетыми в солдат. Участок фронта на рубеже реки Дёржа под Погорелым городищем советское командование выбрало для прорыва и наступления с далеко идущими целями. Директива Ставки предписывала овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно закрепиться на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой ТЭД-депоны в районе Ржева и Зубцова. К операции привлеклись 4 армии Калининского и Западного фронтов. Первый должен был начать наступление 28 июля, второй – тремя днями позже. По другую сторону фронта тоже вынашивались наступательные планы. Пауль, кто там у русских? Пока что все тихо. Немцы выбрали своей целью Сухинический выступ южнее Ржева. Начало операции «Смерч» планировалось на начало августа. Предполагалось ударами по сходящимся направлениям с юга и с севера срезать выступающую на запад дугу и окружить советские части. Из-за проливных дождей дороги превратились в грязевые потоки, и наступление Западного фронта откладывалось.
Но Калининский фронт Конева 30 июля начал операцию. Планировалось, что 30-я армия к исходу второго дня овладеет Ржевом. Командующий артиллерией фронта генерал Хлебников. Две первые позиции главной полосы обороны противника были разрушены. Войска, их занимавшие, почти полностью уничтожены. К концу дня фронт был прорван, но у Модоля еще имелись резервы. По железной дороге подошла 6-я пехотная дивизия, и сражение у Ржева превратилось в позиционную мясорубку. Целыми неделями шли бои за небольшие населенные пункты и даже отдельные высоты. К северу от Ржева таковыми были деревня Полунина и высота 200. Командир батальона 6-й дивизии немцев Хоке. Мы двигались к передовой. Адский огонь артиллерии и минометов противника обрушивался на наши траншеи. Все в укрытие. Быстрее. Оставить только наблюдателей. Быстрее. Невообразимо это количество арбатарей и ракетных установок всевозможных типов. Неописуемый звук сталинских органов. Раненые бредут нам навстречу. Рассказывают, что впереди очень плохо. Очень большие потери. Солдат, возьмите себя в руки. Немедленно прекратите панику. Не обращайте внимания, это контузия. Русские уничтожали нашу технику и вооружение, равняли наши позиции с землей. Но атаки советской пехоты неизменно срывались. Существенным недостатком тактики пехоты Красной Армии в 1942 году стало глубокое эшелонирование боевых порядков в соответствии с уставами. В дивизии два полка ставились в первый эшелон и один позади. Таким же образом строили батальоны и роты в полках. Это давало возможность усиливать удар в направлении наибольшего успеха. Но в результате такого построения из 27 рот стрелковой дивизии в первой линии их оказывалось всего 8. Это уменьшало силу удара и приводило к большим потерям вторых и третьих эшелонов от артиллерии и авиации еще до того, как те видели противника. Командир 6-й пехотной дивизии Хорст Гроссман писал: «Нам надежно помогла артиллерия, которая стреляла, насколько хватало боеприпасов. Часто она срывала атаку русской пехоты уже в момент ее возникновения. Без нее было бы невозможно удерживать позиции». По итогам летних боев 1942 года тактику пехоты Красной Армии существенно изменили. 4 августа утренняя тишина в районе Погорелого городища сменилась оглушительной канонадой. Сталинские кувалды вступили в бой, выпуская снаряд за снарядом. После удачных попаданий немецкие дзоты взлетали на воздух фонтаном бревен. Полуторачасовая артподготовка завершилась залпом реактивной артиллерии. В атаку поднялась пехота и началось наступление Западного фронта. Специальный штурмовой отряд прорвался вдоль железнодорожного полотна сразу на 6 километров и захватил мосты через реку Синяя. Заложенные для взрыва мостов мины были обезврежены. Уже в середине дня советские части ворвались в Погорелое городище. Немцев выбили из него за несколько часов. Справка. До оккупации в Погорелом городище проживало 3076 человек. Большую часть жителей расстреляли или сожгли заживо за сопротивление новым властям. Многие умерли от голода и холода зимой 41-го. Кого-то угнали в Германию на принудительные работы. На момент освобождения здесь оставалось всего 905 жителей. За два дня 20-я армия прорвала оборону противника и вышла передовыми частями к рекам Вазуза и Гжать. Осталось форсировать эти реки и захватить плацдармы. Уже 7 августа предполагалось овладеть заветной Сычевкой и перерезать железную дорогу Вязьма-Ржев. Еще немного, и немецкая армия будет лишена этой важной артерии.
Но на берегах Вазузы и Гжати советские войска встретили сильное сопротивление. Здесь появились сразу 5 свежих дивизий противника, 3 танковые и 2 пехотные. Модулю было уже не до операции «Смерч». Все назначенные для наступления дивизии он бросил на отражение советского удара. Разыгралось крупное танковое сражение. Красноармейцам до Сычевки и заветной дороги оставались считанные километры, но пройти их оказалось непросто. Каждая сотня метров давалась с большим трудом. Продолжение атак означало лишь бессмысленные потери. Жуков решил перейти к обороне на захваченных плацдармах, а новый удар нанести на узел немецкой обороны в Карманово. Это была настоящая крепость, прикрытая с фронта рекой Яузой, а с флангов – непроходимыми болотами. Николай Гужва. Подошли к Карманову, лес закончился. Луг, чистое поле, речушка, а Карманово на высоте. Они там укрепились. В Карманове все здания кирпичные, они как в доте. Мы наступали, может быть, 1000 человек. Августа Калининский фронт взял Полунино и подошел вплотную к стенам Ржева. Прорыв к Вазузе привел к охвату и обходу Карманова. К 23 августа деревню полностью очистили от немцев. Модель потребовал от фон Клюге передать ему 3 или 4 новых дивизии. Шантажируя командующего, он запросил детальные инструкции. Как следует вести битву, если не прибудут требуемые соединения? Они ему были присланы. Советское наступление остановилось. Несмотря на то, что операция сильно отклонилась от замысла, Жуков и Конев добились впечатляющих результатов, сорвав планы противника. Окружение немцами Сухинического выступа не состоялось. Освободив немалую территорию, советские войска приблизились к железной дороге Ржев-Сычевка. В августе 1942 года район Ржева оставался единственным участком фронта, где Красная армия наступала и освобождала свою землю. Звонок из Москвы в штаб Западного фронта был неожиданным. Жукову звонил лично Сталин. «Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку. Продумайте, кого следует назначить командующим вместо вас». В районе Сталинграда немецкие войска уже вышли к Волге севернее и южнее города. Жуков получил новое назначение и вылетел под Сталинград координировать действия по обороне. Командующим Западным фронтом стал Конев, и стратегия в битве за Ржев изменилась. Конев отказался от продвижения на Сычевку и сосредоточил усилия на штурме самого города. Задача захвата железной дороги Москва-Великие Луки решалась в лоб выбиванием немцев из Ржева. Бои начались в последние дни августа 42 года. Казалось, что достаточно сделать еще один шаг, ударить еще раз, и брошенный в бой последний батальон принесет победу. Враг дрогнет и отступит. Но к Моделю опять прибыли 3 дивизии резервов. Командир дивизии «Великая Германия» заявил. Приказ Верховного командования запрещает использовать дивизию иначе, как в полном составе. Модель проигнорировал это указание и сразу начал растаскивать элитное соединение на части, затыкая дыры в обороне Ржева. 30 сентября офицеры и солдаты Великой Германии едва не взбунтовались, когда их отправили в очередную контратаку. Лишь к октябрю сражение за Ржев стало затихать. Как и в начале года, успех Моделя был следствием не только его полководческих способностей, но и результатом постоянного притока резервов. Справка. Модель получил 9 дивизий и еще эквивалент 2 дивизий отдельными полками и батальонами. Если в июле 1942 года 9-я армия насчитывала 250 тысяч человек, то в сентябре, несмотря на потери, она увеличилась до 290 тысяч.
общие потери немцев в августе-сентябре 42-го составили 60 тысяч человек. Наступавшие на Ржев и Сычевку армии двух советских фронтов потеряли за это время 314 тысяч солдат. Красной армии все еще не хватало опыта. Александр Водный. Мы до этого еще летом не наступали. Да и не умели мы наступать на летнего немца. Я шел в километре за боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное телами наших солдат. Молодые ребята с гвардейскими значками в новеньком обмундировании. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил наших солдат. Солдатики были готовы на все, а командиры не были готовы правильно наступать. Мы учились воевать у немцев аж до самого Сталинграда. Отделение! Цель взор! По амбразуре 3! Огонь! А после Сталинграда нам уже не нужно было учиться. Мы уже сами умели. Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Александр Трифонович Твардовский. В 1942 года на аэродром садились новые самолеты, которые сразу привлекли всеобщее внимание. В изящном двухмоторном бомбардировщике чувствовалась сила и мощь. Это был новый бомбардировщик Ту-2. Ту-2 – высокоскоростной дневной бомбардировщик ОКБ Туполева. Экипаж – 4 человека. Вооружение – 2 20-миллиметровые пушки и 3 пулемета. Бомбовая нагрузка – 3000 килограмм. ВВС Китая использовали его во время войны в Корее. Самолет создан в ЦКБ-29, которая по форме представляла собой специальную тюрьму НКВД, а по сути являлась авиационным конструкторским бюро. Располагалась в Москве на улице Радио, дом 24. В разные годы здесь трудились конструкторы Петляков, Мясищев, Королев, Стечкин и другие. Калининский фронт испытывал затруднения в снабжении войск из-за перекрытой немцами у Ржева железной дороги. Поэтому командование решило активно использовать авиацию для снабжения и поддержки войск. В состав 3-й воздушной армии, действующей на фронте, вошли еще 5 свежих авиакорпусов. Под Ржевом готовилась операция с кодовым наименованием «Марс». 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» по окружению немецких войск под Сталинградом. «Марс» планировался с тем расчетом, чтобы не дать возможность вермахту перебросить резервы под Сталинград. К участию в обеих операциях привлекались примерно равные силы советских войск. Операция «Марс» не готовилась непосредственно Жуковым. В период ее подготовки он, как представитель Ставки, находился на сталинградском направлении. Однако координацию действий Западного фронта Конева и Калининского фронта Пуркаева в период самой операции возложили именно на него. Кроме оперативной деятельности, Жуков является соавтором плана операции «Уран» по разгрому немецких войск под Сталинградом. Примечательно, что этот план до сих пор не опубликован, несмотря на истечение срока давности. В день наступления 25 ноября под Ржевом задул резкий юго-западный ветер, принесший тяжелые серые тучи. Посыпались крупные хлопья мокрого снега.
видимость упала до 20 шагов. Использовать авиацию, на поддержку которой так рассчитывали Жуков и Конев, стало невозможно. Марс был не первым и не последним советским наступлением, начатым в плохую погоду. Но наступление 20-й армии на восточном участке Ржевского выступа сразу же столкнулось с серьезными проблемами. Взломать оборону противника советские войска не смогли, пробив лишь сравнительно узкую брешь. В нее ввели танковые и кавалерийские корпуса. Им предстояло прорваться к заветной железной дороге Сычевка-Ржев и прервать сообщение по ней. Смена планов привела к хаосу и заторам на переправах через Вазузу. На других направлениях наступление развивалось достаточно успешно, хотя и с отставанием от плана. Южнее Белого механизированный корпус Соломатина уже прорвал оборону авиаполевой дивизии Люфтваффе и устремился в глубину немецкой обороны. В долине Лучесы продвигался через леса механизированный корпус Катукова. Модель и фон Клюге бросили в бой все свои резервы. А из-под Смоленска к ним направились резервы Верховного командования. Советский танковый корпус и кавалеристы корпуса Крюкова с большим трудом пробились к железной дороге Сычевка-Ржев, но не смогли ее удержать. С помощью бронепоезда немцы восстановили контроль над ней. Но Жуков не оставлял надежды переломить сражение в свою пользу. Он снял с соседнего сектора еще один танковый корпус и готовился ввести его навстречу Калининскому фронту. Жуков ждал, когда в тыл немецким частям ударит корпус Соломатина с другой стороны выступа. В худшем случае новое наступление давало надежду на перехват железной дороги Сычевка-Ржев. К ней подошли уже практически вплотную даже стрелковые части. Казалось, достаточно сделать всего один шаг, и оборона врага начнет рассыпаться. Немецкое командование оказалось перед лицом военной катастрофы. Почти все дороги, идущие в город Белый, захватили советские войска. Оставалось только шоссе Оленина-Белый, но в двух шагах от него оказались танки Катукова. Модель бросил в этот сектор свои последние резервы. А на юге Эрих фон Манштейн готовил удар для освобождения окруженной под Сталинградом армии Паулюса. Операция, названная «Зимняя гроза», начиналась 12 декабря. Штаб 3-й румынской армии докладывал. В настоящий момент сил 48-го танкового корпуса недостаточно для одновременной борьбы с прорывами и контрнаступлением, назначенным на 12 декабря. Манштейн требовал усиления своих ударных групп, но командование ничем не могло помочь ему. Основные резервы направлялись к Ржеву. Немецкие пехотинцы спрыгивали из грузовиков практически на ходу. Из машин выгружались пулеметы и легкие минометы с ящиками мин. Шоссе находилось под обстрелом, поэтому солдаты спешно спускались в кюветы. Пехотинцев перебросили из Оленина для занятия обороны на пути советского наступления. Катукову как раз не хватило одного батальона для перехвата последнего шоссе и обвала всей немецкой обороны. Из 270 танков к началу операции его корпус уже потерял 200. Немалыми были и людские потери. Катуков остановился всего в 2 километрах от шоссе. Немцы могли двигаться по нему только ночью, но они сохранили эту последнюю нить, связующую их с гарнизоном Белого. Именно в этот момент подошли немецкие резервы из-под Смоленска и нанесли контрудар. Немцы отрезали корпус Соломатина и часть Уральского добровольческого корпуса. Вечером 14 декабря Соломатин получил от Жукова разрешение на прорыв. Уничтожив неисправную и оставшуюся без топлива технику, бойцы мехкорпуса прорвались к своим. Получив еще одну танковую дивизию из резерва, Модель отбил и новое наступление 20-й армии.
Во второй половине декабря боевые действия у Ржева затихли. Операция «Марс» остановилась, чтобы надолго стать самым секретным советским наступлением. О нем на долгие годы предпочли забыть. В качестве причин неудачи назывались увлечение сковывающими ударами, чрезмерный риск с наступлением корпуса Соломатина с открытым флангом и просчеты разведки. Один из пленных советских офицеров сообщил немцам, что он был изумлен появлением немецких резервов. В отчете разведки Верховного командования Вермахта отмечалось: на эти силы противник не рассчитывал, на советских картах, попавших к нам, никаких немецких резервов не отмечено. Потери Западного и Калининского фронтов составили 216 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери немецкой 9-й армии – 53 500 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. 18 января 1943 года за успешную оборону Ржева Гюнтер фон Клюге получил дубовые листья к рыцарскому кресту. Фельдмаршал уже был вовлечен в заговор против Гитлера. В момент взрыва бомбы 20 июля 1944 года Клюге командовал Западным фронтом. Когда стало ясно, что заговор провалился, он принял цианистый калий. Его преемником стал бывший подчиненный Модель. Он тоже покончит жизнь самоубийством в апреле 45-го в Рурском котле. По другую сторону фронта последовали наказания. Конева сместили с поста командующего, как не справившегося с задачами руководства фронтом. Вскоре доверие командования удалось вернуть, и он возглавил первый украинский фронт, дошел до Берлина и Праги. Командующего Калининским фронтом Пуркаева отправили на Дальний Восток. Управление 41-й армии расформировали, и до конца войны армии с таким номером не существовало. Операция «Марс» – несомненно, одна из неудач Красной армии. Однако помимо замысла операции, существует ее объективное значение. С этой точки зрения «Марс» позитивно сказался на общей стратегии Красной армии. Он сковал резервы группы армий «Центр», которые в случае затишья под Ржевом отправились бы под Сталинград и могли деблокировать окруженную армию Паулюса. 9-я армия Моделя понесла чувствительные потери. Советская артиллерия и танки методично выбивали самый ценный ресурс Германии – подготовленных солдат и офицеров. В январе 1943 года освобождены Великие Луки в 250 километрах от Ржева. В руках Красной армии оказался важный узел дорог для обеспечения советских войск, угрожающих флангу группы армий «Центр». В этих условиях оборонять Ржевский выступ немецкие войска уже не могли. 26 января фон Клюге обратился к Гитлеру с предложением оставить выступ. Но лишь 6 февраля, через несколько дней после капитуляции армии Паулюса в Сталинграде, Гитлер разрешил отвести 9-ю и часть 4-й армии на новые позиции. Постоянная угроза разгрома заставила штаб 9-й армии работать над планом эвакуации Ржевского выступа. Первые шаги были сделаны еще до официального разрешения фюрера. Операция получила наименование «Бюфель». 4 февраля началось строительство новой оборонительной линии. Отвести более чем на 100 километров 325 тысяч солдат и 40 тысяч хиви – задача непростая. Если бы новое советское наступление началось в разгар этого отхода, он мог стать катастрофой. Большие трудности для отступающих могли создать партизаны и оставшиеся в лесах группы советских войск. Поэтому перед началом отступления началась масштабная противопартизанская операция, которая сразу превратилась в террор против местного населения. Среди убитых карателями людей партизан оказалось меньше всего. На 3000 убитых пришлось всего 277 винтовок, 41 пистолет и 61 пулемет. Ефрейтор Ханс Вайгель из 4-й танковой дивизии.
Наш патруль задержал старика и 6-летнего мальчика с запасом картошки и соли. Они заявили, что собираются ловить рыбу, но думали наверняка что-то иное – доставить продукты партизанам. Мы не стали долго держать их и почти сразу отпустили. На небеса. Такая жестокость уже стала обычной. Однако во время операции «Бюфель» карательные акции проходили особенно бесчеловечно. Модель приказал эвакуировать все мужское население Ржевского выступа призывного возраста, конфисковать все запасы продовольствия, отравить колодцы и сжечь дотла многие деревни. Именно по итогам этой операции Моделя объявили военным преступником. Отход немцев из самого Ржева был назначен на вечер 1 марта. Арьергарды оставались в городе до следующего дня и перед уходом должны были взорвать мост через Волгу. Этот взрыв пожелал услышать сам Гитлер, для чего включили телефонную связь из штаба фюрера с подрывной командой. Гитлер услышал в трубке ужасающий грохот взрыва. Командир санитарного взвода 220-й дивизии Красной армии. Стояла какая-то странная тишина. Ни звука, ни со стороны немцев, ни с нашей. Постепенно солдаты стали вылезать из траншей и щелей. Таких смельчаков становилось все больше и больше. И тут я услышал крик. «Фриц удрал!» «Фриц удрал!» Отход охватывал весь Ржевский выступ. Немцы отходили от рубежа к рубежу. На каждом из них заранее готовились снежные валы, ячейки, оставлялись снаряды и мины. Расстреляв все запасы, гитлеровцы отходили дальше на запад, уничтожив все, до чего успевали дотянуться. Вязьму и ее освободители нашли в каменном прахе. Немцы разрушили все мосты и мостики, спилили телеграфные столбы, искорежили стрелки на железнодорожных путях, подорвали семафоры. С немецкой педантичностью они прострелили даже пустые баки и бочки для горючего. Иногда из уст воевавших под Ржевом немцев звучат слова о том, что германский солдат покинул этот город непобежденным. Но это уверенность рядовых, не знавших общей обстановки на фронте. С тем же успехом можно назвать добровольными действия человека, на которого наставили дуло пистолета. 9-я армия Моделя отступила, чтобы не повторить судьбу 6-й армии Паулюса. Борьба за Ржев стала одним из символов трудного 1942 года. Отрицательные оценки сражений базируются на цифрах потерь. С января 1942 по март 1943 безвозвратные потери советских войск составили здесь 392 554 человека. С учетом раненых это число достигает 1 160 787 человек. Но было бы ошибкой считать поражение под Ржевом бесспорным выигрышем немцев. Разгрома 9-й армии вермахта не случилось, но весьма длинен список нарушенных планов врага. Ржевский выступ как губка впитывал резервы германского командования. Главным же результатом 15 месяцев боев стали чувствительные удары по противнику. 3 апреля 1943 года Модель получил мечи к рыцарскому кресту. А через 2 недели на него словно вылили ушат холодной воды. 9-й армии предстояло участвовать в наступательной операции с кодовым наименованием «Цитадель». Фельдмаршал уже не питал особых иллюзий относительно перспектив этого наступления. В его распоряжении была номинально многочисленная армия, состоящая, однако, из изможденных и обессиленных соединений. Летом 1943-го началась битва под Курском. We'll be right back.
Ранним утром 19 июня 1942 года над позициями советских войск беззвучно падал связной немецкий самолет «Шторх». За ним даже не тянулся привычный дымный след. Когда немцы в отчаянной атаке захватили место его падения, они нашли только одну пробоину в бензобаке. Немецкий офицер, который выбрался из рухнувшего самолета, был убит в перестрелке с советскими пехотинцами и не успел уничтожить портфель с секретными документами. Майора звали Райхель. Он был начальником оперативного отдела 23-й танковой дивизии и вез план сосредоточения ее частей в начале операции с кодовым наименованием «Блау». Операция должна была осуществить мечту Гитлера – захват кавказских нефтепромыслов и лишение русских крови войны – нефти. Документы майора Райхеля раскрывали планы врага далеко не полностью и вполне могли оказаться сфабрикованной немцами дезинформацией. Сталин, рассмотрев захваченные документы, оценил их очень осторожно. Возможно, что перехваченный приказ скрывает лишь один уголок оперативного плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим фронтам. Однако 28 июня 1942 года войска вермахта начали операцию «Блау». Справка. План «Блау» предусматривал разделение группы армий «Юг» на две части. Группа армий «А» должна была наступать на Северный Кавказ для захвата советских нефтяных промыслов. Группа армий «Б», включавшая 6-ю армию Паулюса и 4-ю танковую армию Гота, должна была двигаться на восток, к Волге и Сталинграду, для прикрытия северного фланга наступления на Кавказ. Немецкие колонны рванулись к Воронежу, Сталинграду, Ростову-на-Дону. Недостаточно укрепленный южный сектор советско-германского фронта был прорван. Отступление советских войск превратилось в бегство, и вскоре под Миллерово, в 300 километрах к западу от Сталинграда, неуправляемые части были окружены. На одном из совещаний раздраженный Сталин спросил командующего фронтом Тимошенко. «Почему не сообщают ставки, куда девались войска этих армий и какова их судьба? В этих армиях находились, кажется, 14 дивизий, а это больше 100 тысяч человек». В ответ Тимошенко смог назвать неутешительные цифры пробившихся из окружения частей. Уже через несколько дней Тимошенко был смещен со своего поста, и новым командующим фронта стал Василий Гордов. Смена командующего не принесла желаемого результата. Армия продолжала отступать, сдавая один населенный пункт за другим. Все чаще советские солдаты добровольно сдавались в плен. Многие переходили на сторону немцев, становясь так называемыми «хиви». «Хиви» от немецкого «Хильшвиллигер», то есть «желающие помогать», добровольные помощники вермахта, набиравшиеся из местного населения и военнопленных. Служили во вспомогательных частях водителями, санитарами, поварами. С увеличением потерь вермахта привлекались и к непосредственному участию в боевых действиях. Непрерывное отступление советских частей на восток продолжалось, когда вышел знаменитый сталинский приказ номер 227, получивший название «Ни шагу назад». Выписка из приказа номер 227 от 28 июля 1942 года. Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, население много, хлеба всегда будет в избытке. Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Останавливать бегущих должны были специальные заградительные отряды, имеющие право стрелять по своим. Среди бойцов и командиров приказ вызвал неоднозначную реакцию. Многие к нему отнеслись положительно. Его надо было издать раньше, тогда бы мы не отошли с зимних рубежей. Но немало было и тех, кто считал, что приказ ситуацию не изменит и выполнять его не будут. Численность заградительного отряда, куда входили лучшие бойцы, редко превышала несколько сотен солдат. Так, 4 заградотряда 62-й армии насчитывали всего 650 человек при общей численности армии в 56 тысяч бойцов. Поэтому заградотряды в лучшем случае могли возвращать людей в свои части. Справка. Выписка из донесения НКВД о ходе боев в Сталинграде.
Заградительными отрядами с 1 августа по 15 октября 1942 года задержано 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из них арестовано 3980 человек, расстреляно 1189, направлено в штрафные роты и батальоны 2961 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека. Однако, чтобы остановить врага, одних заградотрядов было мало. Нужны были накопленные резервы. На востоке, на железнодорожных станциях, заполненных войсками резервных армий, разнеслась команда по вагонам. Составы двинулись к Дону. Немецкие части шли по направлению к Сталинграду. 6-я армия приближалась к Дону, но ее командующий чувствовал себя неуютно. Фридрих Паулюс. С 1935 года занимал должности начальника штабов различных соединений. Один из авторов плана «Барбаросса», плана нападения и ведения войны против СССР. После смерти генерал-фельдмаршала Рейхенау стал командующим 6-й армии. Был одержим манией чистоты. Даже в разгар боев менял нижнее белье несколько раз в день. Штабной работник Паулюс скорее походил на ученого, чем на генерала. Он не стал таким же кумиром солдат, каким был его предшественник, ярый нацист Рейхенау, решительный и грамотный командир. Паулюса постоянно сравнивали с Рейхенау, и это его раздражало. Справка. 6-я полевая немецкая армия насчитывала 270 тысяч человек, около 3400 орудий и минометов, 350 танков и 1100 самолетов. Ей противостоял Сталинградский фронт. 300 тысяч человек, 5500 орудий, 230 танков и 1000 самолетов. Небольшой численный перевес советских войск сходил на нет из-за необходимости растянуть силы на 500 километров. Паули же собрал свою армию в кулак для нанесения точечного удара Запада. Путь немцев к Сталинграду пролегал через Донские степи. Здесь текущий с севера на юг Дон подходит к Волге почти вплотную, а затем поворачивает на юго-запад, образуя большую излучину. В ней и заняли оборону две резервные армии – 62-я и 64-я. За спинами солдат возвышался крутой высотой 25-30 метров берег реки, который затруднял отход и не давал возможности создать нужное количество переправ. Прорыв врага на этом участке угрожал советским войскам окружением. Им оставалось или остановить врага, или погибнуть. Немецкое наступление в излучине Дона началось 17 июля. Вопреки ожиданиям, разгромить советские армии за несколько дней не удалось. Бои затянулись на целый месяц. Мужество советских солдат, проявленное при обороне Дона, заставило немецкое командование пересмотреть свою стратегию на Восточном фронте. В случае, если армия Паулюса не вышла бы к Сталинграду, наступающая на Кавказ группа армии А могла оказаться в окружении. К Паулюсу срочно подтянули резервы. Его усилили танковой армией Гота, с юга двинувшейся по направлению к Сталинграду. Значение города, названного именем Сталина, росло день ото дня. Усиление немецкой армии не замедлило сказаться на обстановке. Уже через две недели Паулюс нанес новый удар, окружив главные силы 62-й армии. Советские войска отошли на восточный берег Дона. Немцам оставалось лишь переправиться через реку. От Сталинграда их отделяло всего 60 километров.
Тем временем с юга к Сталинграду уже шли танки генерала Гота. Совершив 150-километровый марш по степи, Гот неожиданно вышел в тыл советским войскам. Действовавшие здесь части были объединены в Юго-Восточный фронт под командованием генерала Еременко. К юго-западу от Сталинграда, недалеко от маленькой железнодорожной станции Абганерово, советские войска встретили немецкие танки огнем «Катюш». Для наблюдения за боем доложили, что район Абганерова и прилегающие к нему местности горит. Все объято пожаром. Делаю вывод, что «Катюши» наделали там дел. Наступление Гота было остановлено. Этот успех способствовал продвижению Еременко. И вскоре ему поручили координировать действия Юго-Восточного и Сталинградского фронтов по защите Сталинграда. Генералу Паулюсу предстояло форсировать Дон. Месяц тяжелых боев не поколебал его уверенности в том, что он сможет покончить с городом одним ударом. Ранним утром 21 августа на гладь Дона было спущено 112 десантных катеров и 108 надувных лодок, которые устремились к восточному берегу. Защитники Сталинграда встретили их огнем. Несколько десятков лодок пошли ко дну. Однако немцам удалось захватить клочок земли на восточном берегу Дона и держать его до наведения переправы. Через день немецкие танки рванулись к Сталинграду. Справка. Сталинград, бывший Царицын, один из самых красивых, зеленых и благоустроенных городов предвоенного СССР. Развернувшееся строительство заводов привлекло в город много молодежи. За 15 лет население выросло с 85 до 450 тысяч человек. Сталинградская набережная с кафе, кинотеатрами и скверами считалась самой красивой среди городов Поволжья. Эвакуация населения Сталинграда проведена не была. Переправы запрудили скот и сельхозтехника, отправляемые на восток. В городе скопились сотни тысяч беженцев. К августу из города эвакуировали около 100 тысяч человек. В полдень 23 августа танкисты 6-й армии устремились к Сталинграду. Обгоняя танки с нарастающим гулом с запада, на город тучей надвигался немецкий 4-й воздушный флот, приветствуя своих танкистов воем сирен. Начался самый мощный за всю историю войны авианалет на Восточном фронте. Был ясный солнечный день, когда в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Многие жители восприняли их как учебные. Лишь когда небо стало черным от немецких самолетов и батареи ПВО открыли огонь, население бросилось в укрытие. На город посыпались бомбы. Процентов зданий было уничтожено в первый же день бомбардировки. Пригород Сталинграда состоял из деревянных построек. В городе размещались нефтехранилища и склады древесины. Приняв это в расчет, немцы активно использовали зажигательные авиабомбы. Высушенный августовским солнцем город вспыхнул, как порох. Потоки горящей нефти и бензина устремились к Волге. Река загорелась, а вслед за ней и пароходы на Сталинградском рейде. Справка. 4-й воздушный флот генерала Рихтгоффена совершил в тот день 1500 вылетов, сбросил 1000 тонн бомб, потеряв при этом всего 3 самолета. В Сталинграде только за один день, 23 августа, погибло около 40 тысяч жителей. Жители, выжившие в бомбежках, покидали город. Кому-то удалось переправиться через Волгу, а кто-то ушел в оккупированные окрестные станицы,
были и те, кто остался разделить судьбу родного города. Когда танки армии Паулюса вышли к Волге, было около 4 часов дня. Подойдя к Сталинграду с севера, танкисты видели в бинокле лишь руины и пожары, которые просто некому было тушить. Казалось, что немцам осталось лишь войти в горящий город. Однако взять Сталинград одним ударом им не удалось. Более того, с севера на атакующую немецкую армию обрушились удары Сталинградского фронта, пехоты и танков. Ставка вовремя перебросила танковые корпуса из-под Воронежа. Также под Сталинград прибыли 2 резервные армии и лучшие оперативные умы Красной армии – маршалы Василевский и Жуков. Жуков докладывал Сталину. Наш быстрый удар заставил противника повернуть от Сталинграда его главные силы против нашей группировки, чем облегчилось положение Сталинграда, который без этого удара был бы взят противником. На несколько дней наступило затишье. Сталинград был наполовину окружен. Защищающие его 62-я и 64-я армии оказались отрезанными от Сталинградского фронта и могли получать подкрепление и боеприпасы лишь по переправам через Волгу. С другой стороны, и немцы не чувствовали себя спокойно, отбивая удары Красной армии с севера и непосредственно из Сталинграда. Стало очевидным, что пока город будет получать подкрепление, его защитники не оставят даже руины. Первоначальный план, не предусматривавший захват Сталинграда, немецкому командованию пришлось срочно корректировать. Перед Паулюсом поставили задачу – взять город, ликвидировать переправы и занять оборону. Таким образом, прикрыв от Сталинградского фронта наступающие на Кавказ немецкие части. В немецких штабах захват города на Волге виделся делом недель. Однако 12 сентября прилетевший в Винницу на встречу с Гитлером Паулюс охладил пыл командующих. Его 6-я армия была уже не той, что в июле. За 2,5 месяца боев войска понесли значительные потери. Кроме того, теперь Паулюс должен был бросить наиболее боеспособные дивизии на оборону своего левого фланга, который протянулся от Дона до Волги. На вопрос Гитлера, когда Паулюс возьмет Сталинград, тот ответил. «Ввиду состояния наших войск, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен просить подкрепление 3 боеспособными дивизиями». Армию Паулюса вновь усилили резервами. К тому же ему передали 2 танковые дивизии армии Гота. Сталинград следовало взять немедленно. Защитой и надеждой города оставалась 62-я армия. Численность бойцов в дивизиях упала в 5-6 раз. В армии насчитывалось всего около 50 танков. Несколько десятков поврежденных танков, которые еще могли стрелять, сделали неподвижными огневыми точками, вкопали в землю. Удержать Сталинград только этими войсками было, конечно, невозможно. И 9 сентября городу направили стрелковую дивизию генерала Александра Родимцева. А 3 днями позже 62-ю армию возглавил новый командующий, генерал Василий Иванович Чуйков. Василий Иванович Чуйков. С 17 лет служил юнгой отряда минеров в Кронштадте. Во время гражданской войны в 19 лет стал командиром полка. Был награжден 2 орденами Красного Знамени. С декабря 1940 года находился в должности военного атташе при полномочном представительстве СССР в Китае. Чуйков прибыл в штаб армии 14 сентября, и в этот же день немцы пошли на штурм города. Им удалось найти слабое место в советской обороне. Позиции 112-й стрелковой дивизии. В ее полках из 2500 человек в строю осталось от 50 до 130 бойцов, а артиллерия состояла из 1 гаубицы и 1 пушки 3-дюймовки. Немцы прорвались к Мамаеву кургану и вскоре вышли к Волге, намереваясь захватить центральную переправу. Если бы это произошло, судьба Сталинграда решилась бы в этот же день. Дивизия Родимцева подошла к городу и находилась на левом берегу, когда немцы были уже на набережной и сосредоточили свой удар по причалам переправы.
Чтобы дать возможность Родимцеву переправиться, Чуйков бросил в бой последние резервы, несколько уцелевших танков и две группы, сформированные из работников штаба армии. Заградотрядов уже просто не было. Все, кто мог стрелять, были на передовой, и солдат удерживал не страх, а понимание ситуации, обозначенной Чуйковым. «За Волгой для нас земли нет». Немцам удалось занять южную часть города, и 62-я армия Чуйкова была изолирована от 64-й армии Шумилова. Захват немцами огромного здания элеватора воспринимался как большой успех. Паулюс лично разработал нарукавную нашивку для своих солдат с изображением элеватора. Однако, как показали дальнейшие события, с нашивками за победу он явно поторопился. Ночью дивизия Родимцева начала грузиться на катера и баржи. Чуйков приказал перевооружить ее для городских боев. Вместо винтовок многие гвардейцы получили пистолеты-пулеметы, ручные пулеметы и противотанковые ружья. Заметив суда, немцы прямо с набережной открыли огонь из орудий и минометов. Тонули катера, шли на дно люди. Доплывшие до берега солдаты сразу бросались в бой. Немцы заняли высокую набережную, и советский десант был перед ними как на ладони. Перестрелка очень скоро перешла в рукопашную. В ход пошли штыки и саперные лопатки. В этой отчаянной атаке набережная была отбита, и гвардейцы бросились к мельнице номер 4, откуда немцы обстреливали берег реки. Красноармейцы выбили противника и оттуда, обеспечив защиту переправы. Родимцеву удалось оттеснить противника и захватить железнодорожный вокзал. К 19 сентября отбили Мамаев курган. В тот же день советское командование предприняло крупное наступление Сталинградского фронта на соединение с защитниками города. С большим трудом немцам удалось его отразить, но послать подкрепление частям, которые штурмовали сам город, немецкое командование уже не могло. В течение двух недель бои и бомбежка города не прекращались. 27 сентября Паулюс предпринял второй штурм. Задачей Чуйкова стало удержать город и промышленные центры. Силы его армии таяли, но боевой опыт обогащал войска новыми тактическими приемами. Разрушив Сталинград, немцы сами создали себе проблемы при его штурме. Танки, основная ударная сила немецкой армии, не могли преодолеть груды битого кирпича и городские руины. Из-за любого угла, подвала, разрушенной балки в него летели гранаты или бутылки с зажигательной смесью. Немецким летчикам все труднее было находить в разрушенном городе ориентиры для сбрасывания бомб. Разобрать с воздуха, где среди серых развалин находятся свои войска, а где чужие, было трудно. К тому же бомбардировщики «Хенкель» обычно сбрасывали свой груз на пространстве нескольких сот метров. Чуйков приказал своим войскам во время бомбежки подходить как можно ближе к вражеским позициям. Дистанция между линиями обороны уменьшалась до 10-30 метров, и горизонтальные бомбометания немцев практически прекратились. Слишком велик был риск попадания по немецким позициям. Немецкие бомбардировщики, ранее успешно прокладывавшие путь пехоте, стали менее эффективными. Теперь для бомбардировки города немцы использовали бомбардировщики Ю-87. Они сбрасывали бомбы на крутом пикировании, что значительно повышало его точность. В Сталинграде пилотам Ю-87 приходилось работать буквально на износ, до 6 часов в день. Один немецкий летчик подсчитал, что за 3 месяца боев в Сталинграде он совершил 228 вылетов, столько же, сколько за предыдущие 3 года. По приказу Чуйкова мощная дальнобойная артиллерия 62-й армии оставалась на левом берегу Волги. Здесь она была более защищена от ударов авиации. В городе на верхних этажах зданий располагались лишь наблюдатели. Заметив скопление врага или огневые точки, наблюдатель сообщал артиллеристам их координаты. На готовящегося к наступлению противника немедленно обрушивался залповый огонь с левого берега. Важную роль стали играть снайперы.
По городу можно было передвигаться разве что ползком. Чуйков потребовал от командиров всех рангов находиться на переднем крае боевых действий и поддерживать боевой дух личного состава. По приказу Чуйкова в частях начали формировать штурмовые группы, более приспособленные к условиям городского боя. Справка. Штурмовая группа состояла из 20-30 наиболее опытных бойцов. Основное вооружение – автоматы, большое количество гранат, ножи и остро отточенные саперные лопатки. Группе придавалось легкое противотанковое орудие, иногда танк. Отделение бронебойщиков с противотанковыми ружьями – огнеметчики. Перед штурмовыми группами ставилась задача на передовой линии фронта захватывать и удерживать городские здания. Зачастую применялась следующая тактика. Выстрелами с пушки в стене дома пробивалось отверстие. Затем туда летели несколько гранат, и бойцы устремлялись в здание. Подвалы выжигались огнеметами и забрасывались гранатами. Прежде чем ворваться в комнату, боец бросал туда гранату, а затем давал очередь из автомата. Некоторые здания напоминали своеобразный слоеный пирог. Первый этаж был занят советскими штурмовиками, выше находились немцы, а на верхнем этаже снова бойцы Красной армии. Рукопашный бой в этих условиях стал обычным делом, но немцы боялись и как могли избегали его. Отточенные саперные лопатки русских приводили их в ужас. Отдельно стоящие дома, из которых бойцы простреливали улицы, становились крепостями. Вечером 27 сентября сержант Яков Павлов получил приказ осмотреть дом облпотребсоюза, стоявший в 100 метрах впереди позиции пехоты. Дом был прекрасным наблюдательным пунктом и хорошей площадкой для обстрела противника. Из него открывалась панорама города на запад, север и юг в радиусе километра. Красноармейцы очистили здание. Вскоре на помощь разведчикам Павлова прибыл взвод лейтенанта Афанасьева. Когда немцы осознали свою потерю и пошли в атаку, их встретили плотным огнем. За 58 дней последующих боев обороной дома руководили разные командиры. Но так уж вышло, что за зданием закрепилось имя сержанта. Первыми домом Павлова здание назвали артиллеристы, отмечая его на своих картах. Как дом Павлова он значился и в донесениях и приказах по армии. К дому проложили подходы, соединяющие с мельницей и с соседним зданием, захваченным лейтенантом Заболотным. По ним прибывало подкрепление. В стенах проделали амбразуры для ведения огня. Подходы к дому заминировали. Бойцы быстро освоились на новом месте. В квартирах осталось много вещей. Нашелся даже патефон. Правда, уцелела лишь одна пластинка. Но в перерывах между боями с немцами, которые предпринимали попытки любой ценой отбить дом, над руинами плыла музыка. Чуйкова переместили на открытое место у огромных цистерн нефтехранилища. Определив его расположение, немцы начали обстрел штаба. И русские, и немцы были уверены, что нефти в цистернах нет. Но когда те стали взрываться, это испугало всех. Потоки горячей нефти хлынули к окопам, где располагался штаб, и лишь чудом не залили командный пункт. Телефонные линии сгорели. Из-за дыма невозможно было дышать. В течение трех дней Чуйков оказался запертым в огненной ловушке. В
Все это время командующий фронтом Еременко, находившийся на левом берегу Волги, не знал, жив ли Чуйков и где находится штаб его армии. Наконец, от Чуйкова пришло сообщение. «Мы там, где больше всего дыма и огня». Штабу вновь пришлось менять свое расположение, а немцы все усиливали натиск. 4 октября они захватили район вокзала, все больше прижимая советские войска к Волге. Спасла положение переправа в город воздушных десантников дивизии Виктора Желудева. 14 октября немцы предприняли очередное наступление. Основной удар наносился теперь в районе тракторного завода. Против дивизии Желудева, оборонявшей завод, действовали 3 пехотные и 2 танковые дивизии немцев. Командир дивизии Желудев с автоматом в руках сражался рядом со своими уцелевшими бойцами. На подходе к переправе была свежая дивизия Людникова, но до ее прихода нужно было продержаться. С территории тракторного завода немцы наносили удары по заводу баррикады. Лишь залпы «Катюш» с левого берега реки остановили их атаку. Однако немцы уже достигли Волги, разделив 62-ю армию на 2 части. В то, что Сталинград удержать удастся, уже не верил даже Чуйков. 16 октября, когда бой шел в 320 метрах от его штаба, в Сталинграде высадилась 138-я дивизия Людникова и вступила в бой в районе завода «Баррикады». Немецкое наступление вновь было остановлено. Гитлер был в ярости, что Сталинград до сих пор не взят. Из сообщения BBC, октябрь 1942 года. Сталинград поглотил гитлеровские армии. Польша была завоевана за 28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцы сумели захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую. Немцы называли военные действия в городе «крысиной войной». В ней нельзя было положиться на техническую мощь армии. Здесь солдат стоял против солдата и разделяло их 10-20 метров. Выигрывал в этой войне тот, кто был злее и изобретательнее. Тот, в ком было больше мужества и воли. Тот, кто был сильнее духом. К концу октября советские солдаты, глядя на пленных, заметили, что немцы перестали бриться и мыться. Отчасти сказывался недостаток воды. А ведь до Сталинграда немецкий солдат с овшами был большой редкостью. Бороться с паразитами немцев учили русские перебежчики хиви. Одежду закапывали в землю, оставив на поверхности только ее край. Вши устремлялись наружу, где их и уничтожали огнем. Напротив, в советской армии именно в эти тяжелые дни выглядеть неопрятным стало дурным тоном. Вне зависимости от тяжести боев, раз в неделю каждый солдат шел в баню на берегу Волги и получал комплект чистого белья. Здесь, у реки, среди множества блиндажей, напоминающих ласточкины гнезда, солдаты знали, где можно починить часы и обувь, выменить хороший нож или мундштук. Именно здесь появилась знаменитая фронтовая традиция. Один солдат мог подойти к другому, дотронуться одной рукой до своего кармана, а другой до кармана приятеля и предложить «махнем не глядя». Отказаться было нельзя. Так окурок обменивался на портсигар, а зажигалка на пистолет или деньги. В ситуации, когда каждую секунду солдат мог потерять жизнь, цена любой вещи сводилась к нулю. 11 ноября. Последнее наступление Паулюса в Сталинграде. У завода «Баррикады» немцы достигли Волги и окружили дивизию Людникова, разделив 62-ю армию на 3 части. 138-я дивизия, или как ее называли, «Остров Людникова», полтора месяца в одиночестве защищалась в 200 метрах от Волги. Линия фронта проходила уже по городским кварталам. Переправы, по которым шло снабжение войск, находились под постоянным огнем и днем, и ночью. Вскоре Волга начала замерзать, и суда уже не могли доставлять в Сталинград боеприпасы и продукты. Лишь самолеты У-2, навьюченные как верблюды, сбрасывали мешки с патронами и сухарями. Парашютов не хватало, и груз часто просто сбрасывали с малой высоты.
мешки с продуктами, ящики со снарядами ставили на плоскость и привязывали веревкой с распускающимся узлом. У штурма на вожжи. Он их дергал и летел груз вниз, куда попадет. Но водку на парашюте бросали. Газ прибираем и кричим: «Иван, держи! Водка!» Летчики и штурманы делали по 12 вылетов за ночь. Однако обеспечить бойцов всем необходимым по воздуху было невозможно. Судьба последних защитников Сталинграда, казалось, уже была решена. Приближалась зима. От Балтики до Волги фронт обороны казался немцам неуязвимым. Союзникам, венграм, румынам и итальянцам доверили удерживать часть позиций на Дону. Считалось, что даже если советским войскам удастся взломать их оборону, серьезного кризиса не возникнет. Господствовало мнение, что русские едва ли в состоянии начать крупное наступление с далеко идущими целями. Однако еще в сентябре командование Красной армии начало работу над планом полного разгрома армии Паулюса. Из района станицы Клецкой советские войска должны были нанести удар на город Калач. Им навстречу наступали войска Сталинградского фронта, замыкая окружение противника. Операция получила кодовое название «Уран». Ее должны были осуществлять три фронта – Донской, Юго-Западный и Сталинградский. Численный перевес советских войск был не таким уж значительным, и успех «Урана» зависел от мастерства солдат и командиров. Но неприятности начались еще до первых залпов. В ночь на 19 ноября перед днем наступления поднялась метель. Видимость резко упала. Сталин подчеркивал: «Если авиаподготовка операции неудовлетворительная, то операция кончится провалом». Теперь из-за метели приходилось вообще отказываться от поддержки авиации. Однако откладывать «Уран» было поздно. На юге войска уже переправились через Волгу. Спрятаться в степи они не могли, но ждать хорошей погоды означало обнаружить себя перед противником. Утром 19 ноября в 8 часов 50 минут загремела артиллерийская канонада, завершившаяся залпом «Катюш». Обстрел велся в метель почти вслепую, но румынская оборона рассыпалась уже под первыми ударами танковой армии. Контрудар по наступающим советским войскам попытался нанести 48-й танковый корпус немцев. В районе Усть-Медведицкого произошел крупный встречный танковый бой, длившийся более суток. Немецкий корпус был разбит. Одна из его дивизий столкнулась с курьезным препятствием. Электропроводку многих танков перегрызли мыши. Дивизия находилась в резерве, и танки, стоявшие без движения, были выведены из строя таким неожиданным союзником Красной армии. На сутки позднее началось наступление к югу от Сталинграда, и к операции «Уран» присоединился фронт Еременко. Под ударами танков оборона румынской 4-й армии рухнула едва ли не быстрее, чем на Дону. Войска двух советских фронтов шли навстречу друг другу с севера и с юга. Их еще разделяло значительное расстояние, а фланги все больше и больше растягивались. Метель затрудняла движение корпуса. Не было даже проводников. Разбитые селения обезлюдили. 22 ноября в сумерках к мосту через Дон у Калача подошел небольшой отряд из двух рот мотострелков, пяти танков и одной бронемашины. От захвата этого моста во многом зависел успех всей операции «Уран». Командиром отряда был подполковник Филиппов. Немецкая охрана моста не могла поверить, что в таком глубоком тылу могут появиться танки противника. Немцы приняли машины с зажженными фарами за своих. Когда охрана опомнилась, было уже поздно. Не взорвать мост, не остановить танки немцы не успели. С захватом моста советские войска обеспечили себе быстрое накопление сил на восточном берегу Дона для броска навстречу танкам Еременко. На четвертый день операции «Уран» части Сталинградского фронта соединились с танковой армией Юго-Западного фронта в районе Советского. Кольцо окружения вокруг армии Паулюса замкнулось. Однако сам факт окружения не означал уничтожение противника. Паники среди немцев не было. Гитлер же заверял Паулюса:
Армия может быть уверена, что я сделаю все, чтобы обеспечить ее всем необходимым и своевременно снять с нее блокаду. Окруженным немецким войскам предписывалось не отходить с занимаемых позиций. Однако, когда в штабе 6-й армии состоялось совещание командиров корпусов, большинство немецких генералов высказалось за прорыв из котла. Генерал Йенике произнес роковую фразу. «Рейхенау не стал бы медлить». Паулюс тут же зло перебил его. «Я не Рейхенау». Он стоял на своем. Необходимо повиноваться приказам. Это означало занять оборону и ждать взлома кольца окружения ударом извне. Вызволить армию Паулюса поручили фельдмаршалу Манштейну. Ему выделили резервы и перебросили войска с Кавказа. Операцию назвали «Зимняя гроза». Накопление сил для нее шло почти 3 недели. Манштейна не зря считали лучшим оперативным умом Третьего рейха. Первый раунд сражения он выиграл. Удар был нанесен не по кратчайшему расстоянию с запада, а с юго-запада вдоль железной дороги Котельниково-Сталинград. Войска Манштейна прорвали внешний фронт окружения, и на пути к Паулюсу оставались лишь разбросанные по степи отдельные советские части. Сталин приказал немедленно направить против Манштейна резервную армию Малиновского, но выполнение этого приказа происходило медленнее, чем хотелось. Донесения армии рисуют удручающую картину. Обозы отстали, автотранспорт не работает за отсутствием горючего. Связь с выгрузившимися частями отсутствует. Отразить удар Манштейна могли только те войска, которые участвовали в окружении войск Паулюса. Именно они стали на пути немецкого танкового клина. Если бы немцы их сокрушили за сутки-двое, история Сталинграда могла быть для немцев менее печальной. Но советские корпуса стояли насмерть и сумели остановить врага до прибытия основных сил Малиновского. Начальник штаба Манштейна генерал Шульц пытался уговорить Паулюса пробиваться навстречу. «Ваше наступление должно начаться чем раньше, тем лучше. Нельзя ждать». Из котла ответили уклончиво. «Мы доложим, когда сможем начать наступление». Паулюсу уже не хватало решимости идти на прорыв. Он все больше впадал в апатию. Вскоре войска Манштейна были не только остановлены, но и оттеснены на запад. Провал операции «Зимняя гроза» не оставил надежд на спасение у окруженной в Сталинграде армии. Операция по уничтожению окруженной в Сталинграде армии Паулюса получила кодовое название «Кольцо». Еще до начала операции Паулюс получил ультиматум, предлагающий сдачу. По приказу Гитлера его отклонили. Советское командование предлагало сдаться и простым солдатам. У-2 летчика Лященко на высоте в 1000 метров как бы зависал в небе, и через громкоговоритель штурман Овсищер зачитывал ультиматум окруженным войскам. «Внимание, внимание! К окруженным в районе Сталинграда немецким солдатам и офицерам!» С земли открывался шквальный огонь. У-2 уходил из зоны обстрела, а через 15 минут в другом месте повторялось то же самое. Кто-то из стрелявших верил в то, что придет помощь. Кто-то страшился расправы в плену. Кто-то просто боялся нарушить приказ. Несмотря ни на что, в котле не переставала работать система поддержания дисциплины. Расстреливали за трусость, дезертирство, за кражу продовольствия и мародерство. Окруженные все еще оставались армией. Операция «Кольцо» началась 10 января с мощной артиллерийской подготовки. Окруженные контролировали достаточно большую территорию, километров в 40-60. Немцев гнали на восток, к Волге и Сталинграду. Через 4 дня немцы оставили главный аэродром «Питомник», и ко многим пришло осознание катастрофы. За место в самолете попросту дрались. В итоге последними улетели не раненые и не самые богатые, а самые сильные. 21 января оставили аэродром «Гумрак».
Последние порции продовольствия и боеприпасов сбрасывали уже парашютами. Все больше солдат впадало в апатию. Они прятались в развалинах и оживлялись, лишь когда слышали звуки пролетающих транспортных самолетов. Их мысли занимала только еда. Последними позициями армии Паулюса стали развалины Сталинграда. 24 января Паулюс обратился к Гитлеру с донесением, в конце которого были такие слова. «Чтобы спасти жизни тех, кто еще остался, армия просит разрешения на немедленную капитуляцию». Фюрер был непреклонен. «Капитуляцию запрещаю. Армия удерживает свои позиции до последнего солдата и до последнего патрона». Вскоре котел был разорван на две части. Южную, зажатую в центральной части города, и северную, в районе заводов. Штаб Паулюса находился в южной части, и командующий не счел нужным отказываться от плена. Он сдался утром 31 января вместе со своим штабом. Северная группировка под командованием генерала Штрекера продолжала сопротивление, однако после мощного огневого удара советской артиллерии 2 февраля 1943 года сложила оружие и она. Справка. В ходе операции «Кольцо» захватили пленными 91 тысячу человек, 6 тысяч орудий, 1500 танков, 80 тысяч автомашин и другое имущество. Разгром армии Паулюса и двух румынских армий заставил Германию содрогнуться от ужаса. По всей стране был объявлен трехдневный траур. Во фронте, который казался незыблемым, образовалась гигантская дыра. Этим немедленно воспользовалось командование Красной армии для широкомасштабного наступления. Последовательно пали итальянская и венгерская армии на Дону. Началось поспешное отступление немцев с Кавказа. До бакинской нефти Гитлер так и не добрался. К моменту, когда Паулюс капитулировал, советские войска уже вышли на позиции, потерянные летом. Зимнее наступление остановилось только в марте 43-го. Советские войска взяли Курск. Через несколько месяцев их ожидало следующее решающее сражение Великой войны. Лейтенант и сержант в униформе Красной Армии непринужденно разговаривали по-немецки. Сегодня мы пересекли границу Европы и Азии.
Сидящий рядом немецкий сапер застыл с отверткой в руке перед подрывной машинкой и с интересом слушал разговор. Странная компания принадлежала к одной из рот так называемого особого полка 800, более известного как Бранденбург. Солдаты и офицеры полка часто переодевались в униформу противника во время специальных операций. Только что они предотвратили подрыв плотины на реке Маныч. Немцам казалось, что операция успешно завершена, когда в дверях появился незнакомец. Сохранила имени неизвестного героя, который 27 июля 1942 года подорвал плотину Веселовского водохранилища. Этот взрыв привел к резкому повышению уровня воды и затруднил переправу немецких войск. Маныч, шириной всего 40 метров ниже плотины, превратился в настоящее море 3-4-километровой ширины. Вместо переезда по плотине танки с крестами по одному перевозили на паромах. Разлив водохранилища дал время на отход двум армиям Советского Северо-Кавказского фронта. Однако взрыв плотины имел лишь тактическое значение. После захвата немцами Ростова-на-Дону главные силы группы армий А устремились на Кавказ не через реку Маныч, а по территории к западу от этой реки. Немцы действительно смогли ступить на землю Азии, но сражение за Кавказ развернулось на европейской территории СССР. В тот же день, 27 июля 1942 года, в Москву пришел доклад командующего фронтом маршала Буденного. Он предложил Сталину отвести войска на рубеж главного Кавказского хребта и реки Терек. После поражения Крымского фронта на Керченском полуострове в Крыму в мае 42 года, поражения советских войск под Харьковом и на Донбассе, немецкие войска имели подавляющее превосходство в силах над войсками северо-кавказского направления. Единственным способом сохранить остатки советских войск был немедленный их отвод к реке Терек. 28 июля Сталин подписал приказ номер 227 «Ни шагу назад» и одновременно утвердил предложение Буденного об отходе. Одно не противоречило другому. Стратегия «ни шагу назад» не означала забвение советским руководством военной целесообразности. Обрывистые берега Терека и высокие горы давали надежную опору обороне. Своевременный отход обещал сохранение войск и удержание Кавказа. Промедление могло привести их к окружению и разгрому. Основные резервы к этому моменту уже действовали под Сталинградом, и восстанавливать фронт на Кавказе было бы нечем. После разрешения на отход началась подготовка рубежа Терек к обороне. После провала плана «Барбаросса» и стратегии «Блицкрига» в ходе битвы за Москву, немцы спланировали второй молниеносный поход. Главный удар направлялся на разгром южного крыла советских войск, а в последующем и на других направлениях. К его осуществлению они приступили 28 июня 1942 года. Важной составляющей этого плана был и захват нефтяных месторождений Кавказа. Накануне войны в 1940 году в Бакинском нефтяном районе добывалось свыше 71% всей нефти СССР. В Грозненском и Майкопском – свыше 24%. Захват основных источников нефти мог оставить Красную армию без топлива. Нефть была объектом пристального внимания самого Гитлера. Фюрер изучал историю нефтяных месторождений, знал, как нефть добывается и перерабатывается. Он был буквально одержим нефтью. После начала операции «Блау» и взлома обороны Красной армии к нефтепромыслам двинулась группа армий А. Ее ударным ядром стала первая танковая армия Эвальда фон Клейста.
1941 году Клейст возглавлял танковую группу на Украине и командовал немецкими частями в крупнейшем танковом сражении в районе Броды, Дубна, Луцк. Теперь он получил непростую задачу – прорваться к нефтяным полям Кавказа. Буденный имел все основания просить Сталина об отходе к горам Кавказа. Горы, словно гигантская стена, преграждали немцам дорогу к бакинской нефти. Главный Кавказский хребет протянулся огромной грядой на 1200-1300 километров от Каспийского до Черного моря. Хребет условно делится на три части. Восточный Кавказ – от Абшеронского полуострова до горы Казбек, Центральный Кавказ – от Казбека до Эльбруса и Западный Кавказ – от Эльбруса до Анапы. Выше 3200 метров на Кавказе круглый год царство снега и льда. Путь к нефтепромыслам Грозного прикрывал и быстрый терек. Клейст планировал прорываться танками через Орджоникидзе, Владикавказ, по военно-грузинской дороге к Тбилиси. Перевалы Западного Кавказа он не считал нужным атаковать, а все усилия хотел сосредоточить на главном направлении. Однако германское верховное командование отклонило его план. Для прорыва через перевалы Западного Кавказа направлялся горный корпус. Гитлер ставил задачу – овладеть всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и черноморского флота. Первая танковая армия отрезала отходящие советские войска от переправ. В распоряжении Буденного имелись только небольшие танковые части для поддержки пехоты. Но его войска имели преимущество в артиллерии. Также их поддерживали мощные авиационные соединения. Лето 1942 года ознаменовалось важным шагом в развитии советских ВВС. В составе фронтов формировались воздушные армии. Теперь управление советской авиацией сосредотачивалось в одном штабе. Ранее они распылялись между штабами ВВС фронта и несколькими армиями. Такая негибкая система управления продемонстрировала свою нежизнеспособность в первый год войны. Советские войска на подступах к Кавказу поддерживали авиация Черноморского флота, 5-я воздушная армия генерал-лейтенанта Горюнова, а также недавно сформированная 4-я воздушная армия 42-летнего генерал-майора авиации Вершинина. Вершинин Константин Андреевич начинал службу в пехоте. В 1930 году его неожиданно направили в авиацию военно-воздушную академию. Поначалу он воспринял этот перевод без восторга, а мастерство летчика освоил уже немолодым человеком. Именно пехотное прошлое помогало Вершинину управлять авиачастями, прежде всего как инструментом воздействия на наземную обстановку. В августе 1942 года от летчиков армии Вершинина зависело выживание фронта Буденного. Они засыпали бомбами и ракетами колонны немецких войск, преследующих войска Красной армии. Немецкий историк Вильгельм Тике. Необычная активность советской авиации создавала помехи выдвижению немецких соединений. Советские самолеты кружились над районами сосредоточения и демонстрировали подавляющее превосходство в воздухе. Авиация стала и глазами отступающего фронта. Самолеты-разведчики отслеживали передвижение немцев и позволяли контролировать обстановку. Вижу немецкую военизированную колонну. По следам отступающих советских войск, перевалам Западного и Центрального Кавказских хребтов шли подготовленные и экипированные для действий в горах немецкие части. Тропа идет выше. К вечеру будем на месте. Я ходил здесь до войны. Они состояли из уроженцев Тироля и других гористых южных районов Германии. Немецкие горные егеря располагали вьючными животными и особой облегченной горной артиллерией. Помимо обученных в Альпах егерей, на Кавказ направили два высокогорных батальона с хорошей альпинистской подготовкой. Все эти горные части получили амбициозную задачу – пробиться через Кавказ западнее Эльбруса и в случае успеха выйти к Тбилиси. Чтобы прорваться через горы до закрытия перевалов с наступлением холодов, немцы имели всего несколько недель. Выход гитлеровцев к Черному морю через перевалы означал бы окружение и разгром советских войск на побережье.
Командование Закавказского фронта на тот момент считало, что горные вершины и высокогорные перевалы сами по себе – непреодолимое препятствие. Основные силы советских соединений расположились у подножия хребтов ближе к морю. На перевалы выдвинулись лишь небольшие отряды. Так Марухский перевал обороняла всего одна стрелковая рота. Клухорский перевал прикрывали две стрелковые роты и саперный взвод. Оборонялся фактически только сам перевал, вместо выноса позиций на ближние и дальние подступы к нему. Не велась даже разведка на северных склонах перевалов. Высокогорные районы Кавказа, где располагались перевалы Марухский, Клухорский, Белореченский, Умпырский и другие, в августе 1942 года обороняли 20-я горно-стрелковая и 394-я дивизии. В это время боевой порядок дивизии строился в один эшелон с выделением крупного резерва. Однако подобная организация обороны не в полной мере соответствовала сложившейся ситуации. Вследствие численного превосходства, созданного немецкими войсками, их горно-стрелковым подразделениям удалось выйти к перевалам ранее, чем туда подошли советские части. Создавалась реальная угроза базам Черноморского флота – Поти, Ачамчира, Сухуми. Но попытки немцев прорваться к ним оказались безуспешными. В дальнейшем советским частям, обороняющим перевалы, пришлось изменить построение боевых порядков. Уже в сентябре, кроме первого эшелона и резерва, стали создаваться вторые эшелоны, а на важнейших направлениях – артиллерийские группы поддержки пехоты. Клухорский перевал обороняли подразделения 815-го полка 394-й стрелковой дивизии. Полоса обороны была очень широкой, до 140 километров. Поэтому вторые эшелоны располагались как можно ближе к перевалам на узлах дорог. Отдельные опорные пункты готовились и на переднем крае, и в глубине. Передний край обороны проходил по склонам высот и перевалов, обращенных в сторону противника. Но на перевалах, захваченных врагом, передний край проходил по южным склонам, что существенно усложняло наблюдение и организацию боя. Для прикрытия промежутков в обороне высокогорных районов выделялись отдельные отряды, рота, усиленная саперами. Вражеский удар через Клухорский перевал последовал 15 августа. Немецкие горные егеря предприняли замысловатый обходной маневр. В многочасовое восхождение отправились два отряда с пулеметами и минометами. Преодолев скалистые склоны, они обошли с фланга советские части, находящиеся на перевале. Его защитники неожиданно обнаружили врага у себя в тылу. Угроза с тыла и атака с фронта заставила советские части оставить седловину перевала. Из-за отсутствия надежной связи ситуация стала и вовсе критической. О боях на Клухорском перевале командование узнало только через двое суток. Туда тотчас же отправились резервы, включая курсантов Сухумского училища и отряд НКВД. Через три дня из Ставки пришло грозное предупреждение. Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет. Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Непроходимым является только тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. К сожалению, эта телеграмма стала не предупреждением, а описанием уже свершившегося факта. Ходим перекатами! Теперь прикрывай! Подкрепления к Клухорскому перевалу подошли только через неделю после первой атаки. Немецкие егеря к тому моменту уже спустились на южные склоны. Дальнейшее их продвижение остановили, но сбросить немцев с перевала контратаками не удавалось. Немцы вышли на южные склоны Эльбруса и 18 августа овладели туристскими базами «Кругозор» и «Приют-11».
Приют 11 на Эльбрусе – единственная в мире гостиница на высоте 4130 метров над уровнем моря. Первое деревянное строение появилось еще в 1932 году. Спустя 6 лет на его месте возвели трехэтажное, обитое металлом здание, напоминавшее дирижабль, которому и суждено было простоять 60 лет. Приют стал опорным пунктом для броска на сам Эльбрус. 21 августа в 11:00 специальная группа немецких альпинистов водрузила над Эльбрусом флаг со свастикой и флажки двух горных дивизий. Этот факт широко освещался немецкой прессой. Утверждалось, что он символизирует покорение Кавказа и его народов. Впрочем, никакого военного значения акция с подъемом флага не имела. Потеря перевалов и опорных пунктов на Эльбрусе вызвала серьезное беспокойство в Москве. 23 августа в Сухуми приехал нарком внутренних дел Лаврентий Берия. По его указанию, командующий 46-й армией, занимавший перевалы, генерал Сергацков, был отстранен от командования. 46-я армия обороняла государственную границу СССР от Черного моря до горы Уч-Тополяр и побережье Черного моря на участке Сухуми-Поти, а частью сил – горные перевалы Кавказского хребта. Чтобы освободить Марухский перевал от войск дивизии «Эдельвейс», Сергацков самостоятельно снял часть сил своей армии с государственной границы с Турцией, которая не представляла непосредственной угрозы для СССР. Впрочем, никаких расправ не последовало. Генерала лишь понизили в должности до командира дивизии. В конце августа 1942 года соединения Клейста вышли к рубежу реки Терек. Обрывистые склоны и быстрое течение представляли серьезное препятствие для форсирования. Бои под Моздоком и Малгобеком приняли отчаянный характер. Командование вермахта для прорыва обороны на реке Терек и наступления на Грозный, Махачкалу и Баку привлекло первую танковую армию Клейста. Главный удар наносился на Малгобек, где враг превосходил северную группу советских войск по артиллерии в 6,5 раз, а по танкам в 4,2 раза. 1 сентября немцы нанесли удары в районе Ищерской, а на другой день – главными силами южнее Моздока. Ночью на лодках немецкие пехотинцы под огнем пересекли Терек и захватили плацдарм на его южном берегу под Моздоком. Но расширить плацдарм немцы не могли. Замысел врага был сорван лишь стойкостью войск 9-й армии генерал-майора Каратеева. Во многих ее соединениях большинство составляли воины-кавказцы, зачастую решая исход боя своим мужеством и героизмом. Советская артиллерия с господствующих высот без промаха била по переправе и плацдарму. По наступающим немцам вели огонь «Катюши», противотанковая и гаубичная артиллерия. Эти части неоднократно переходили в контратаки, нанося противнику чувствительные потери. Немцев встретили такие противотанковые препятствия, с которыми до этого им сталкиваться не приходилось. Советские бойцы из огнеметов поджигали нефть, которой были заполнены противотанковые рвы, и на пути гитлеровских танков внезапно возникал настоящий огненный вал. Преодолеть или обойти его было невозможно, поскольку эти препятствия перекрывали все танкодоступные направления. В районе Малгобека некоторые населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Немцы скрытно переправили на южный берег Терека 13-ю танковую дивизию и лишь с ее помощью смогли овладеть Малгобеком. Клейст перебросил сюда и моторизованную дивизию СС «Викинг». 27 сентября немцы захватили Эльхотово, но уже на следующий день были вынуждены перейти к обороне. Отвлечение главных сил германской авиации под Сталинград позволило свободнее себя чувствовать на Кавказе советским ВВС. Самолеты армии Вершинина интенсивно бомбили наведенные через Терек понтонные мосты.
Вершинин уделял особое внимание взаимодействию с наземными войсками, повторяя: «Мы для них, а не они для нас». То есть авиация воюет не сама по себе, а оказывает поддержку наземным войскам. Войска Закавказского фронта не могли полноценно снабжаться танками с заводов в глубине страны. Однако через Иран пролегал один из маршрутов поставок вооружения и техники по программе «Ленд-лиза». В результате в войсках на Кавказе было немало английской и американской бронетехники. На 1 октября 1942 года из 300 танков Закавказского фронта английские и американские машины составляли 42%, средние танки Т-34 – 20%, тяжелые КВ – всего 2%. Остальные 36% приходились на различные легкие танки советского производства. Наиболее многочисленные из поставленных по ленд-лизу на Кавказ танки «Генерал Стюарт» и «Валентайн» уступали по своим боевым характеристикам как Т-34 и КВ, так и основным немецким танкам. Тем не менее, импортные машины были сравнимы или даже превосходили легкие советские БТ, Т-26, Т-60 и Т-70. При этом из 3535 советских бронемашин, участвовавших в битве за Кавказ, 3342 были советского производства. В 4-ю воздушную армию Вершинина также поступала техника из Ирана. Ее летчики одними из первых освоили американские двухмоторные бомбардировщики А-20 «Бостон-3». Советские пилоты высоко оценили летные качества и хорошее навигационное оборудование А-20, облегчавшее полеты в обычных для гор сложных метеоусловиях. Немецкое наступление фактически остановилось. Во второй половине сентября 1942 года войска Клейста медленно расширяли плацдарм в направлении так называемых «Эльхотовских ворот». Они представляли собой ущелье, пересекающее Сунжинский хребет у осетинского села Эльхотово. Через них можно было прорваться танками к Орджоникидзе, Владикавказу, на военно-грузинскую и военно-осетинскую дороги. Однако узкое ущелье плотно перегородили тысячи противотанковых мин, противотанковые рвы, ежи и колючая проволока. Немцам удалось взять само Эльхотово, но все попытки пробиться через ворота потерпели неудачу. Клейсту остро не хватало войск для расширения плацдарма и прорыва к Орджоникидзе. Горные егеря стали бы гораздо полезнее здесь, у Эльхотовских ворот, чем на склонах Эльбруса. 8 сентября Вершинин был назначен командующим ВВС Закавказского фронта. Под его руководством объединялись 4-я и 5-я воздушные армии и авиация Черноморского флота, все военно-воздушные силы на Кавказском направлении. Горный рельеф создавал особые условия для действий ВВС. Практика показала, что старые бипланы «Чайки» и «153» как нельзя лучше подходят в качестве штурмовиков в горах. Небольшая скорость и феноменальная маневренность облегчала полеты в ущельях и на перевалах. Вооруженные реактивными снарядами «Чайки» стали неизменным участником высокогорных баталий. На земле советские горные части все чаще использовали против немцев глубокие обходы и охваты по горным тропам. Для этого использовались специальные отряды НКВД с хорошей альпинистской подготовкой. Алексей, давай ты первым пойдешь. Понял. Василий, прикрываешь. Вперед! Их униформа была странной смесью. Довоенной спортивной одежды, военной формы и трофейных рюкзаков, кошек и альпинштоков. Основой действий отрядов стала тщательная разведка. Благодаря этим наблюдениям определялись маршруты обходов позиций противника высоко в горах. Один из таких боев состоялся в начале сентября на Клухорском направлении. Обходным маневром по высокогорью удалось заставить немцев отступить. Ты посмотри, фрицы у самого носа шастают, безнаказанно. Советские альпинисты увидели большой караван вьюков и цепочки немецких солдат, направлявшихся к перевалу.
Однако расстояние оставалось слишком большим. Стрелковым оружием караван не достать. В этот момент в воздухе появилась тройка самолетов с красными звездами. «Смотри, наша чайка!» Из воспоминаний командира отряда, военинженера Гусева. «Наши летчики действовали не только умело, но и сознанием специфики гор. Сначала они ударили по самой колонии, но эффект оказался невелик. Тогда последовал бомбовый удар по склонам гор над дорогой. Взрывами оторвало множество огромных глыб. Эта грозная каменная лавина понеслась на колонну гитлеровцев. Склон покрылся густым облаком желтой пыли. А когда облако рассеялось, мы увидели картину полного разгрома колонны. Лавина смела почти всех егерей». В сентябре 1942 года обстановка на перевалах пришла в положение неустойчивого равновесия. Немецкие горные егеря не могли развить свой первоначальный успех и вырваться к морю. Однако и советские горные части не смогли быстро вернуть потерянные позиции и восстановить контроль над перевалами. Сентября 1942 года состоялся один из самых необычных боев Второй мировой войны. Он проходил на высоте более 4000 метров. Для выбивания егерей из приюта 11 сформировалась группа из частей НКВД численностью около 100 человек с ручными пулеметами, минометами и снайперскими винтовками. Возглавил ее лейтенант Григорьянц. Поначалу не поверили своим ушам. Пулеметные очереди гремели на высоте 4800 метров. Советские альпинисты обошли вражескую оборону по ледниковому завалу и атаковали сверху. Немцы даже не смогли использовать свои горные пушки. Бой шел несколько часов. Из отряда Григорьянца вернулось к своим только 4 человека. Сам Григорьянц был ранен, но предпочел смерть плену. Приют 11 остался в руках немцев, но советские альпинисты показали свои возможности вести сражение на вертикалях. Спустя несколько дней в горах наступили зимние холода. Потери от лавин и обморожений превысили боевые потери немецких егерей и советских горных частей. Клейст ждал, что с наступлением осени и с закрытием перевалов горные части наконец перейдут в его подчинение. Но он ошибся. Из Берлина от Адольфа Гитлера последовал приказ о перегруппировке сводной дивизии горных егерей под Туапсе. Здесь горы были существенно ниже, в среднем около 1000 метров. Егерям поставили задачу прорваться через них к морю. Ранее войска немецкой 17-й армии наступали на Туапсе вдоль дороги и успеха не имели. С прибытием горных егерей появилась возможность обойти советскую оборону по горным склонам. Егерям удалось выйти в тыл советским частям, оборонявшим дорогу на Туапсе. В окружение попали два полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Казалось, советская оборона вот-вот рухнет.
Однако этого не произошло. Оправившись от шока, защитники Туапсе обрушили на врага череду контрударов. Продвижение немцев замедлилось, а вскоре вовсе остановилось. Бои под Туапсе шли до декабря 1942 года. Солдаты в униформе вермахта с неарийской внешностью не были чем-то удивительным на Кавказе. Клейст возлагал большие надежды на коллаборационистов из числа представителей кавказских народов. Националистические настроения оставались на Кавказе довольно сильными. Это позволило немецкому командованию приступить к формированию частей из военнопленных, вставших на путь предательства, так называемых восточных батальонов национальных легионов. Они носили форму вермахта со специальными нашивками. Однако устойчивость этих подразделений оставалась низкой. Как только военное счастье стало поворачиваться к немецким войскам спиной, легионы начали распадаться. 9 октября в штаб 23-й танковой дивизии немцев поступили данные, что 795-й восточный батальон грузинского легиона намерен сдаться Красной армии. Последовал приказ немедленно вывести грузин с передовой. Но около полуночи батальон начал прорываться на советскую сторону. После перестрелки с немцами часть легионеров успела уйти к советским окопам, а часть была разоружена и выведена в тыл. Немецкий плацдарм на Тереке серьезно беспокоил советское командование. 3 ноября 1942 года его решили ликвидировать мощным ударом танков и пехоты. Все силы фронта собирались для решающего сражения. Столь же напряженная работа по подготовке наступления шла по другую сторону. Клейст решил перенести направление главного удара и прорываться к Орджоникидзе через Баксан и Нальчик. Удар по Нальчику последовал 25 октября. Группировка советских войск здесь была уже ослаблена подготовкой наступления на немецкий плацдарм. Удары с воздуха и атаки танков привели к быстрому распаду обороны, и Нальчик оказался в руках немцев. Танки Клейста, казалось, вновь обретали стремительность молниеносной войны. Вскоре они вышли на ближние подступы к Орджоникидзе. Однако радость от успеха оставалась недолгой. Под Орджоникидзе направился ударный кулак Закавказского фронта, собранный для сокрушения плацдарма на Тереке. Две немецкие танковые дивизии под селением Гизель оказались в окружении. Бросая вооружение и технику, немцам пришлось пробиваться к своим. Бои продолжались до 12 ноября. Трофеями советских войск в районе Гизели стали больше сотни танков, орудия, минометы и более 2000 автомашин. Первый Сталинград зимней кампании 1942-43 годов состоялся у стен Орджоникидзе, Владикавказа. О продолжении немецкого наступления на Тбилиси уже не могло быть и речи. За стойкость и мужество советских воинов и жителей, проявленные в боях, города Орджоникидзе и Малгобек были удостоены звания «Город воинской славы». Окружение под Сталинградом заставило германское командование спешно отводить войска с Северного Кавказа. Прорыв советских танков к Ростову мог привести к изоляции и полному разгрому немецких войск на Кавказе. В конце ноября 1942 года Клейст занял пост командующего группой армий А. Первая танковая армия отошла с Кавказа через Ростов. 17-ю армию оттеснили на Кубанский плацдарм. По иронии судьбы, именно катастрофа 6-й армии Паулюса благоприятно повлияла на выживание 17-й армии. В феврале 1943 года в распоряжении немецкого командования оставалась крупная группировка транспортных самолетов. Они-то и снабжали войска на Кубани. Самолеты летали из Крыма на короткое расстояние, что делало условия для воздушного моста почти идеальными. Это спасло 17-ю армию от немедленного разгрома. Из приказа Верховного Главнокомандования Вермахта группе армий А от 13 марта 1943 года удерживать во что бы то ни стало Таманский плацдарм и Крым.
Спустя три дня штаб Клейста докладывал в Ставку Гитлера свои взгляды по поводу перспектив обороны на Тамане. Преимущество позиции – сковывание большого количества русских войск, ограничение возможностей к активным действиям русского флота, облегчение обороны Крыма, благоприятный политический эффект. Немцы закреплялись на Кубанском плацдарме всерьез и надолго. В то время, как на остальных участках Советско-Германского фронта весной 1943 года наступило затишье в ожидании сражения на Курской дуге, на Кубанском плацдарме бои продолжались. По распоряжению Вершинина на передовой был развернут пункт управления истребительной авиацией. Сражение на земле происходило в ограниченном пространстве, и с пункта управления была хорошо видна обстановка в воздухе. Руководитель пункта наведения мог своевременно поднимать свои самолеты для наращивания усилий в воздухе, предупреждать пилотов о появлении истребителей и бомбардировщиков противника. Третья эскадрилья на вылет. Квадрат 4. Группа пикировщиков на подходе. В небе над Кубанью разворачивались крупные воздушные бои, в которых участвовали по 30-50 самолетов с каждой стороны. Вершинин требовал не подпускать вражеские бомбардировщики к линии фронта. Решение этой задачи привело к развитию новаторской для ВВС Красной Армии тактики свободной охоты. Воздушное сражение над Кубанью стало одним из самых знаменитых в ходе войны. Несмотря на всю решимость немецкого командования удерживать кубанский плацдарм, он продержался только до осени 1943 года. Немецкую оборону обошли с фланга, высадив морской десант в Новороссийске. 17-я армия срочно эвакуировалась в Крым. Поход за нефтью закончился полным провалом. В начале февраля 1943 года отряд советских альпинистов получил задание снять фашистские вымпелы с вершин Эльбруса и установить флаги Советского Союза. 20 членов отряда начали подъем на Эльбрус несколькими группами и встретились в приюте 11. 17 февраля над обеими вершинами Эльбруса развевались красные флаги. Советский офицер-артиллерист внимательно изучал в стереотрубу вражеские позиции на Перекопском перешейке, высматривая немецкие укрепленные огневые точки и приспособленные для обороны дома. Ориентир – одинокая акация, вправо 5 зод. Дистанция 1400 метров. Он искал цели для 280-миллиметровых мортир особой мощности. Их снаряды весом в 20 нера были способны проломить самые толстые перекрытия. Подготовка к наступлению на Крым шла полным ходом. Успехи Красной Армии на юге Советско-Германского фронта привели к изоляции в Крыму румынских и немецких войск. Крым отделен от материка лишь узкими перешейками. Ширина Перекопского перешейка всего 14 километров. У Красной Армии совершенно отсутствовали возможности для маневра при его прорыве. Весной 1944 года немцы в течение 5 месяцев укрепляли свою оборону на Перекопе и на Севаше. Немецкие пулеметные расчеты готовились расстреливать атакующую советскую пехоту. На позициях в лощинах стояли замаскированные гаубицы. Маршал Антонеску требовал от Гитлера немедленной эвакуации войск из Крыма. Фюрер возражал, что в случае оставления Крыма советские самолеты смогут бомбить Румынию. Потеря Крыма могла повлиять и на позицию Турции, что угрожало прекращением поставок хромовой руды. Адмиралы убеждали фюрера, что в случае необходимости 17-ю армию вывезут из Крыма на кораблях. Но это обещание имело силу до тех пор, пока немцы контролировали Одессу. 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу. За
10 дней до этого фон Клейста отстранили от командования группой армии А. Его заменил генерал-полковник Щернер. 7 апреля Щернер посетил Крым и бодро заверил фюрера. Там все в порядке. Оборону Крыма можно обеспечить еще длительное время. 8 апреля 1944 года на перекопе Севаши и под Керчью загремели залпы артиллерии. В общем гуле артподготовки время от времени гремели оглушительные выстрелы мортир особой мощности. В небо вместе с землей словно спички взлетали бревна. Очередная огневая точка уничтожена. Под ударами тяжелых снарядов рассыпались и дома с установленными в подвалах пулеметами. Наконец, на советских позициях поднялось множество фигур в шинелях. Раздался крик «Ура!». Вдалеке слышался лязг танковых гусениц. Немецкие пехотинцы выбирались из блиндажей и бросались занимать места в окопах и пулеметных гнездах. Артиллеристы вермахта открыли беглый огонь. Советский наблюдатель в окопе отмечал вспышки выстрелов оживших батарей и, не отрываясь от трубы, торопливо диктовал их координаты. По телефону они передавались на батареи. Влево, 1.40. Огонь! На позиции немецких пушек обрушился град снарядов. Взрывы переворачивали орудия, косили осколками артиллерийскую прислугу. Тем временем сидевшие в окопах красноармейцы перестали кричать «Ура!» и опустили палки с чучелами в шинелях. Многие чучела были разорваны и посечены осколками. Фигуры на советских позициях оказались всего лишь куклами, набитыми соломой. С их помощью спровоцировали немецкий огонь, засекли и подавили уцелевшие батареи. Бойцы поднимались в атаку. В этом представлении участвовали самые настоящие танки. Они миновали ряды чучел и продолжили движение. На подходе к немецким окопам некоторые из них выпускали длинные струи огня. Это атаковали огнеметные версии танка Т-34. Огнеметы выжигали пулеметные гнезда. Несколько танков подорвались на минах, но это не могло остановить советское наступление. Вскоре в немецком тылу на перекопе высадился советский десант на резиновых лодках. Немецкая оборона рассыпалась. Командующему 17-й армии генералу Йенеке разрешили отход. Началось быстрое отступление от Керчи и Перекопа к Севастополю. Гитлер рассчитывал оборонять Севастополь долго, как и Красная армия в 1942 году. Успех советского наступления привел к тому, что 21 апреля турецкое правительство заявило о прекращении поставок в Германию хромовой руды. Вскоре Турция присоединилась к антигитлеровской коалиции. Эвакуация немецких и румынских войск из Крыма началась практически одновременно с советским наступлением. Наиболее опасным противником для германских транспортов на Черном море были крейсера и эсминцы советского флота. Однако после потопления немецкими пикировщиками лидера и двух эсминцев в октябре 1943 года Ставка запретила подвергать риску крупные корабли Черноморского флота. Подводные лодки Черноморского флота также понесли тяжелые потери. Поэтому главная задача – не допустить вывоза немецких и румынских войск из Крыма – легла на морскую и сухопутную авиацию. Авиация Черноморского флота к этому времени в совершенстве овладела методом топ-мачтового бомбометания. Топ-мачтовое бомбометание заключалось в сбросе бомбы на низкой высоте и высокой скорости. Бомба рикошетирует от воды и попадает в борт судна. Самолет после этого перелетает корабль буквально над верхушками топами мачт. Топ-мачтовое бомбометание имело ряд преимуществ над торпедными атаками. Во-первых, оно было эффективно против мелкосидящих быстроходных десантных барж, составляющих ядро германских морских сил на Черном море. Во-вторых, если от авиационной торпеды после ее сброса можно было уклониться, то бомба преодолевала расстояние до борта корабля буквально за секунды.
Кроме того, дорогих авиационных торпед ВВС флота постоянно не хватало, а дешевые бомбы имелись в изобилии. Лучшими тупмачтовиками стали бомбардировщики «Бостон». Но новый метод успешно применяли штурмовики Ил-2, бомбардировщики Ил-4 и даже истребители. Пауза в боевых действиях позволила советским войскам подтянуть к Севастополю тяжелые орудия, в том числе мортиры особой мощности. Вновь началась напряженная работа артиллерийских разведчиков по выявлению вражеских огневых точек. 5 мая 1944 года, после полуторачасовой артподготовки, начался штурм Севастополя. Стойкость немецкой обороны в 1944 году оказалась куда как ниже, чем советской в 1942. В управлении немецкими войсками нарастал хаос. Так, морское командование не знало, что северный берег Севастопольской бухты уже занят советскими частями. 9 мая немецкие корабли из Констанцы без опаски вошли в бухту, и советские артиллеристы стреляли по ним, как на полигоне. На дно пошли буксир, лихтеры, два охотника за подводными лодками и несколько сторожевых катеров. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский запросил ставку об использовании хотя бы старых кораблей флота для атаки транспортов, быстроходных барж и паромов у Севастополя. Но Москва запретила ему рисковать даже тральщиками. Авиация по-прежнему оставалась главным противником вражеской эвакуации. Поздно ночью 10 мая к Севастополю прибыли новейшие немецкие теплоходы «Татила» и «Тея» с охранением. Однако в городе их напрасно ждали 9 тысяч солдат. Теплоходы встали в 2 милях от берега и начали погрузку тех, кто в беспорядке отошел к юго-западным причалам Херсонеса. Погрузка была в самом разгаре, когда в небе появились советские штурмовики. В «Татилу» попали сразу 3 100-килограммовых бомбы. Теплоход загорелся и начал тонуть. После еще одного удара «Илов» судно скрылось под водой. Второй транспорт «Тея» снялся с якоря и устремился в открытое море. Вскоре транспорт настигли советские штурмовики. После 6 попаданий бомб соток «Тея» окутался дымом и потерял управление. Точку в его судьбе поставили 6 «Бостонов» топ-мачтовиков. 2 бомбы в область ватерлинии не оставили «Тея» никаких шансов. Теплоход унес на дно Черного моря более 1500 немецких солдат. Попытка вывести остатки 17-й армии одним рывком не состоялась. Командующий армией генерал Альмендингер в ночь на 11 мая эвакуировался торпедным катером в Констанцу, оставив вместо себя в Крыму командира корпуса генерала Хартмана. Артиллеристы немецкой 17-й армии подорвали все свои орудия. Последние сутки они вели бой только стрелковым оружием. Разгром лишенных тяжелого вооружения частей превратился в избиение. Развязка наступила утром 12 мая на мысе Херсонес. Около 8:00 принявший на себя командование остатками 17-й армии командир 73-й дивизии генерал Бёме капитулировал. Вместе с ним в плен попал командир 111-й дивизии генерал Грюнер, а командира 336-й дивизии генерала Хагемана нашли среди убитых. После окончания боев Севастополь посетил британский журналист Александр Верт. Вид Херсонеса внушал ужас. Вся местность перед земляным валом и позади него была изрыта тысячами воронок от снарядов и выжжена огнем «Катюш». Земля была сплошь усеяна тысячами немецких касок, винтовок, штыков и другим оружием и снаряжением. Почти все тела были захоронены, но вода вокруг разрушенного маяка кишела трупами немцев и обломками плотов, которые покачивались на волнах, плескавшихся у оконечности мыса Херсонес. Немецкая 17-я армия в Крыму пережила безусловный и очевидный разгром. Ее безвозвратные потери с 10 апреля составили около 70 тысяч человек.
Безвозвратные потери советских войск – 18 тысяч человек. Для вермахта на Восточном фронте начиналась череда оглушительных поражений. Отстранение фон Клейста от руководства группой армии А стало финалом его карьеры. В конце войны он попал в плен к британцам. Однако Клейсту не суждено было закончить свои дни за написанием мемуаров. Его выдали югославскому правительству и осудили на 15 лет за военные преступления. Советский Союз также выдвинул против Клейста обвинения в военных преступлениях. В 1948 году Тита передал бывшего фельдмаршала в Москву. В 1952 году военная коллегия Верховного суда СССР осудила его на 25 лет. Клейст умер в 1954 году в лагере военнопленных во Владимире. После освобождения Крыма 4-ю воздушную армию перебросили в Белоруссию на 2-й Белорусский фронт. Авиаторов ждали операция «Багратион», штурм Восточной Пруссии и сражение за Данциг и Померанье. А их командующему, герою Советского Союза, главному маршалу авиации Константину Андреевичу Вершинину, после войны предстояло стать главнокомандующим военно-воздушных сил и заместителем министра обороны СССР.